Добрый вечер, уважаемые коллеги. Вас приветствует, научный отдел компании ГУНА. С вами сегодня будут работать Северинов Сергей, Скаченко Татьяна и наши технические партнеры. Сегодня мы проводим семинар по терапии ГУНА, которая будет посвящена хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта и гепатобилярной системы. Много информации приготовили, много слайдов. С одной стороны, хочется вас сегодня и не перегрузить избыточной информацией. С другой стороны, дать то интересное, ценное, что вам может пригодиться в вашей работе. А слайды? Угу. Еще раз напоминаю, что... Извините, не напоминаю, вы это знаете и так. Украина сегодня, как и многие другие страны, мира находится в карантине по коронавирусной инфекции. Карантин нам государство продлило, мы остаемся в нем, вот, но продолжаем с вами работать дистанционно. Опять же, напоминаю вам, что прошлые вебинары, которые проводил научный отдел компании Гуна, мы говорили о о возможностях медицины низких доз в оптимизации иммунной защиты в период карантина. Для того, чтобы при вероятности встречи с респираторными вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом, иммунная система не давала сбой, помогала быстрее, без проблем проходить встречу с вирусами и выстраивать полноценную иммунную защиту. Для этого для нас актуальны будут препараты Гунафлу, тубы через день, курс одна упаковка. И препарат Цитомикс. 10 гранул утром в течение 7 дней. Далее по 5 гранул утром еще в течение 14 дней. Тоже еще одна упаковка и гунавирус. Иногда вместо цитомикса мы берем препарат гунавирус. Данная терапия, как мы с вами говорили, является научно доказанной терапией эффективности в профилактике респираторных вирусных инфекций. Эта терапия помогает нам оптимизировать иммунную защиту и противовирусную, и антибактериальную, и подготовить иммунную систему к встрече с вирусными инфекциями. Плюс к этому терапию мы уже с вами не раз обсуждали в прошлые годы. Вот и у вас, из многих из вас есть личный опыт применения данных схем лечения. Коллеги, будьте добры, поставьте, пожалуйста, плюсы, если вы хорошо меня видите, слышите, чтобы была обратная связь. Если хорошо видно, слышно, поставьте, пожалуйста, плюс. И следующий вебинар. Сейчас пока вы ставите плюсы, я начну, продолжу говорить дальше. Следующий вебинар по терапии ГОНа мы планируем в следующий четверг в 19 часов 30 апреля. И мы хотим посвятить его терапии ГОНа в лечении хронических заболеваний центральной нервной системы. Мы с вами проговорим о доказательной медицине, теологии лечения в клинических случаях. Мы рассмотрим темы лечения синдрома хронической усталости, воспалительных заболеваний ЦНС. Так, коллеги, кто с нами? Добрый вечер, добрый вечер всем, кто пишет нам. Вы ставите плюсы, хорошо. Вы слышите? Спасибо, спасибо. Тогда мы работаем дальше. Итак, на следующем вебинаре через э, неделю мы будем говорить синдром хронической усталости, воспалительное заболевание ЦНС. Мевриты, лицевой троничный нерв, лечение мигрени, рассеянный склероз, демилизирующее заболевание головного мозга, Паркинсона болезнь, болезнь Альцгеймера. Есть интересная информация, о которой мы будем говорить сейчас, новая информация. У нас накопился, вот Татьяна Романа подсказывает, большой опыт, интересный опыт по актуальности и клинической, клинической симптоматике эффективности лечения герпезостер, зостер который нередко является третьим или четвертым вирусом, который вклинивается в заболевания, воспалительных заболевания э, ЦНС в неврологии. Э, вирус интересный, дает интересную клиническую симптоматику, мы покажем эту симптоматику, мы покажем лабораторные данные, которые подтверждают, покажем динамику в лечении, э, клиническую динамику и лабораторную динамику. Есть о чем рассказать, поэтому мы это сделаем с вами на вебинаре в следующий четверг. Ну а сегодня тема, как мы уже говорили, пищеварительная система, гип, гипотабилярная система, терапия ГУНа, доказательная медицина. Вот обо всем этом мы будем с вами сегодня говорить. Мы будем говорить о гастроэзофигальной ревкусной болезни, антихеликобактерную терапию немножко затронем воспалительное заболевание кишечника, есть о чем поговорить сегодня. Гепатиты и аутоиммуногепатиты с позиции доказательной медицины, терапия гуна в лечении хронических заболеваний пищеварительной системы и печени, мы рассмотрим протоколы лечения. И Приготовить для вас интересные клинические случаи, диагностики и лечения. Плюс статистика лечения в нашем медицинском центре. ТОЙ патологии, которая имеет отношение к данному вебинару, мы сегодня будем об этом говорить. Но в конце готовите вопросы и ответы. Мы постараемся вот, встать вместе на них отвечать. Итак, начинаем воспалительное заболевание кишечника. Язвенный колит и болезнь крона. Смотрите, коллеги, мы начинали прошлый, семинар прошлый вебинар, говорит с вами о слизистых оболочках организма и говорили о бронхолегочной патологии. Это была одна группа слизистых оболочек организма. Сегодня будем говорить о пищеварительной системе. Другая группа слизистых оболочек, которая нам будет интересна. И мы с вами увидим, что факторы, которые вызывают хронические заболевания, очень во многом перекрещиваются, что в пульмонологии, что в лор заболеваниях, что в пищеварительной системе, мы увидим определенные схожести, которые мы можем похожим образом трактовать. Итак, доказательная медицина. Пабмед. Первое исследование, которое было сделано, это цитомегаловирус и вирус Эпштейнбар бар в воспалительных заболеваниях кишечника. Вот. Мы смотрим вот о чем. Появляется все больше данных о роли раннего лечения воспалительных заболеваний кишечника с помощью более агрессивной терапии для достижения заживления сливистой оболочки. То есть на сегодня много применяется и цитостатиков, гормонов, биологических препаратов, которые являются моноклональными тетилами к определенным цитокинам или факторам роста. Как следствие, значительное количество пациентов получает иммуносупрессивные и/или биологические препараты, которые в свою очередь приводят к повышенному риску оппортунистических инфекций. Среди них широко распространенный человеческий ЦМВ и вирус эпштейна бара способны быть в атентной стадии в клетках мешаниях и реактивироваться в случаях снижения иммунитета, вызывая системное заболевание или болезнь конечных отдельных органов, которые могут быть локализованы в ЖКТ. Кроме того, посмотрите, коллеги, описывается то, что при этом, при наличии ЦМВ Эпштейна-Бара, и лечение иммуносупрессивной терапии, оказывается, регистрируется повышенный риск развития лимфомы у пациентов с ВЗК, которые получают иммуносупрессивную терапию. Вот. И предположительно говорят о том, что здесь имеет место Абштейна Бара, как фактор, который на фоне супрессии могут запускать уже дальнейшее развитие лимфомы. Это работа итальянских ученых. С сентября по февраль 2011-2013 года работа была выполнялась. Было взято 40 пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. В этой группе было 17 пациентов с рефрактерной, то есть устойчивой к стандартной терапии болезней пациентов, 17 пациентов, и 27 пациентов, которые были, поддавались лечению э, стандартной терапии. И 40 пациентов были контроли, которые у всех у них и у группы основной контрольной группы брали образцы крови, исследовались иммуноглобулины G, на данные вирусы, исследовались ПЦР и смотрелись ПЦР со слизистой оболочки толстого кишечника при колоноскопии. Вирусную инфекцию оценивали с помощью ПЦР э, в реальном времени и так далее, и так далее что получили, что получили в результате. Все 100% пациентов, то есть 17 пациентов, которые были устойчивы к стандартной терапии лечения ВЗК, имели вирусную нагрузку на слизистых оболочках кишечника. Это цитомегаловирусная инфекция обнаружилась и или на БАРа. По сравнению с 56% восприимчивых к стандартной терапии пациентами, а у группы, у группы контроля было всего лишь 32,5%. Причем, если эту статистику посмотреть, то количество обломков вирусов, частиц вирусов в ПЦР было гораздо больше у группы, которая рефрактерна к лечению, то есть устойчивая к лечению. У группы, который, которая была которая подавалась терапии язного колита, количество Апштейна-Бара и ЦМВВ в ПЦР было ниже. И намного ниже было у группы сравнения. При этом был сделан вывод, что использование стероидов был определено как значительный фактор риска при наличии вирусного колита, ассоциированного с цитомегаловирусной инфекцией и обштейна баром. В стандартном исследовании этом применялся курс специфической противовирусной терапии ганцикловиром. И он был успешен, этот курс, у всех пациентов с колитом. Который был ассоциирован с цитомегаловирусной инфекцией. В то же время как у рефратерных пациентов э, с калитом ассоциирован с апшенобаром, не наблюдалось каких-либо улучшений, несмотря на, суже, на э, добавление стероидов и отмену других препаратов. О чем это говорит? Мы с вами знаем, что ганцикловир хорошо работает на цитами галавирусную инфекцию. Поэтому логично было бы ожидать, что калит, который ассоциирован с ЦМВ будет поддаваться лучше терапии. А апштейна Бара плохо поддается на лечение ганцикловиром. Не очень понятная здесь э, стратегия коллег, почему они взяли Эпштейна Бара, лечили ганциклавиром, потому что препарат выбора здесь, конечно, было бы Вайтрекс иммуноглобулины, ну, они сделали по-другому, чтобы это было чистое исследование, где был применялся один и тот же препарат. Вывод. Вирусный калит по-видимому, способствует поражению слизистой оболочки при устойчивом к лечению воспалительным заболеванием кишечника. И для его правильной диагностики и проведения требуется количественный анализ ПЦР в реальном времени образцов слизистой оболочки. Вот видите, что мы сейчас с вами увидели ту ситуацию, о которой говорили. То есть мы с вами учимся как? Мы с вами мыслим уже как врачи медицины низких доз, и мы мыслим как иммунологи. Мы идем от общего к частному. И сейчас мы еще раз понимаем, что Примерно одни и те же тяжелые вирусы актуальны для слизистых оболочек дыхательной системы и пищеварительной системы, как оказывается, и то, что мы с вами будем наблюдать в дальнейших слайдах. Поэтому наша... Э Любимая уже, любимый слайд, иерархия патогенов по их иммуносупрессивным свойствам. Мы опять же еще раз подчеркиваем, вирусы находятся вверху пирамиды. И если есть проблема, хроническая проблема, нам есть смысл рассматривать именно с верхушки пирамиды уже методами исключения. Если есть вирусы, нам нужно уже лечить вирусы. Если вирусов нет, то смотрим более низкие слои проблемы. Но мы с вами видим, что она барается в тяжелые вирусы, прослеживаются опять же здесь. Вторая работа. Противовирусная терапия в отношении цитомегаловирус позитивного язвенного колита. Это уже метаанализ. Чем он интересен? Потому что здесь бралось много исследований, на основании их делались выводы. Это опять же, это журнал World Journal of Gastroenterology. Выявление СМВ толстой кишки часто встречается у пациентов с острым тяжелым язвенным колитом. Сообщалось, что СМВ присутствует в ткани ободочной кишки у 21-34% пациентов всех с язвенным колитом и у 30-36% пациентов, которые имеют резистентность к стандартной гормональной терапии. Было высказано предположение, что обнаружение ЦМВ может быть маркером тяжелого заболевания, которое с большей вероятностью не поддается лечению кортикостероидами и иммуносупрессивной терапии. ЦМВ часто считается неоспоримой инфекцией с потенциально тяжелым исходом. Таким образом, стандартная терапия ЦМВ у пациентов с язвенным колитом включает внутривенный ганцикловир с возможным переходом на оральный валоцикловир после улучшения. Минусы этой ситуации какой, коллег? Потому, коллеги? Потому что ЦМВ, э, тяжелые вирусы, они требуют, вы видите, ганцикловир, достаточно тяжелый и токсичный препарат. Это уже терапия, когда другого выхода нету. Мы же с вами знаем, что во многих случаях э, ведения таких пациентов мы можем на этапе стационара работать, может быть, и с ганциклавиром, но у нас дальше есть другие инструменты, причем не менее эффективные, которые все равно будут требовать до обучения иммунной системы. На ганциклавире проблема очень часто не решается, как показывает практика. А у нас для этого есть иммуноглобулины, для этого у нас есть препараты микроиммунотерапии, специфические под каждый вирус. И мы с ними работаем. Некоторые случаи мы сегодня покажем тоже в лечении. Цитомегаловирусная инфекция при воспалительных заболеваниях кишечника. Обзор литературы. В Китае Ли с авторами было проведено то же самое большое исследование. Метаанализ где был сделан вывод следующий, что при смешанном инфицировании ЦМВ и кластридии, напоминаем, что кластридия является одним из главных факторов патогенов на сливистых оболочках толстого кишечника, который во многих случаях обусловливает развитие язвенного колита. И если подумать об этом, то в принципе кроме бактериальной флоры и тяжелых возбудителей, как э, кластридиум, очень часто мы видим, обнаруживается еще и цитомегаловирусная инфекция Лепштейна-Бара. Тогда сразу перед нашими глазами картинка. Верхний уровень э, вируса второй уровень бактерии. Есть смысл это делать одновременно для получения оптимального результата в лечении. То есть лечить и вирусы, и лечить бактерии одновременно. Причем, видите, что при смешанном инфицировании ЦМВ и кластридии основное заболевание связано с худшими исходами. То есть это то, что лечится тяжело. Почему? На сегодня еще многие коллеги, не только у нас, но и за границей, пропускают верхушку пирамиды вирусы и работают на уровне бактерий. Ассоциация ВЗК и опять же ЦМВ составляет 21-34%, то, что мы с вами видели. И по данным Фафир этот показатель составляет 40-57% даже. Было показано, что все ассоциированные с СМВ воспалительные заболевания кишечника и язвенный калит и крона были резистентны к терапии иммуносупрессорами в этом случае. Поэтому при наличии ЦМВ здесь нужно нам перестраиваться именно на иммунную терапию, которая должна предполагать собой не гормоны, не а здесь как раз нам нужен будет атиотропный препарат, возможно, ганцикловир. Мы можем включать обязательно сюда иммуноглобулины, здесь обязательно они будут нужны, потому что развивается аутоиммунный процесс, и плюс к этому мы будем работать здесь очень активно с микроиммунотерапией с препаратами, которые будут регулировать иммунный дисбаланс и дообучать иммунную систему для выработки полноценной защиты против конкретного вируса. Еще одно исследование. В настоящее время роль цитомегаловирусной инфекции в развитии устойчивых лечения картикостероидами форм ВЗК, а также некоторых хирургических осложнений, признается большинством авторов в мире. Хотя, знаете, коллеги, у нас тот опыт, который есть лечение воспалительных заболеваний кишечника, он не очень большой, но он показывает следующее мы практически никогда не видим а, при аутоиммунном процессе изолированного цитомегалогеростного инфекции. ЦМВ. Часто ЦМВ идет вместе с апштайна-баром, когда два тяжелых вируса идут одновременно. Хотя, конечно, в каждом случае нужно разбираться конкретно по отдельности. О... Этот Интересное исследование на PAB было опубликовано. Это метагенетический метагеномный анализ слизистой тонкого кишечника, где был сделан анализ определенных вирионов, определенных бактериальных кластов биофлоры, биофлоры кишечника. И это было делалось именно при э, случае, при наличии ранее диагностированного воспаления кишечника. То есть это НЯК, язвенный колит, вот, или крона, вот, рассматривали. Вы знаете, очень интересное исследование, оно очень глубокое, оно объясняет вот что. Здесь не только говорится о том, что кишечный дисбиоз это очень большой локус внимания врача, который должен быть внимание, и мы должны корректировать этот локус. Причем не только бифидолактобактерии, то, что мы с вами знаем. Здесь очень много говорится о том, что в организме, кроме э, наследиста кишечника, кроме э, стандартной бифидолактофлоры и колибактерий, допустим, кишечники и другие, другой флоры, очень много значит еще и вирионы. Вирусы присутствуют тоже в кишечнике. Это хорошие вирусы, которые работают вместе с нормальными бактериями, которые помогают уничтожать плохие бактерии, хорошие вирусы, которые природные вирусы обитают в кишечнике, они работают как бактериофаги и помогают уничтожать плохие вирусы и плохие бактерии. Это о чем говорит, что в принципе, опять же, то, что мы сами знаем, то, что нам учили наши преподаватели, говорят о том, что биоценоз кишечника очень важная структура, которая требует большого внимания при лечении слизистых оболочек организма, не только кишечника, а в целом слизистых оболочек организма. Плюс к этому метагеномный анализ показал, что в группе пациентов с язвенного колита и болезни Крона, что воспаленная слизистая оболочка толстой кишки этих субъектов содержит высокий уровень транскриптов именно вирусов герпес-вирусов, прежде всего по сравнению с здоровыми людьми. Безусловно, это прежде всего общей на бара и ЦМВ. Что еще раз подтверждает на уровне гистологии: что действительно это имеет место, тяжелые вирусы имеют место при хронических заболеваниях кишечника, воспалительных кишечных заболеваниях. Еще одна работа – отношение между цитомегаловирусной инфекцией и стероид-резистентным воспалением толстого кишечника, метаанализ. 11 исследований с участием 867 пациентов с ВЗК были включены в метаанализ. Уровень резистентности к стероидам составил около 70% у пациентов с ЦМВ-позитивным воспалительным заболеванием кишечника что было значительно выше, чем у пациентов с СМВ негативным заболеванием кишечника. Метаанализ позволяет предположить, что у пациентов с ВЗК с положительной реакцией на ЦМВ риск стероидной резистентности почти в два раза выше, чем у пациентов с ВЗК без ЦМВ, что указывает на то, что ЦМВ является вероятной причиной воспалительного заболевания кишечника, которое устойчиво к стероидам. То есть, видите, по, по ВЗК Несколько клин исследований показывают и мета показывают примерно одно и то же: что есть примерно две формы ВЗК. ВЗК, которые будет ассоциированы с тяжелыми вирусами, это ЦМВ и Эпштейна они составляют где-то 30-50 процентов и эти пациенты будут устойчивы к стандартной терапии где будут гормоны или цитостатики эти пациенты плохо будут поддаваться такой терапии и здесь как раз речь идет о том что их необходимо дообследовать на вирусные инфекции и проводить если они будут доказаны проводить противовирусную терапию плюс к этому у этих пациентов, если будет применяться стероидная терапия иммуносупрессивная дальше, это может быть чревато различными осложнениями, в том числе и развитием лимфомы. Вторая группа пациентов, которая идет на, на стандартном протоколе лечения неплохо, там, где преобладать будут бактерии, в частности кластридии, они поддаются лечению лучше. Теперь давайте поговорим о вирусных гепатитах. Мы сейчас будем говорить о гепатитах ни А, ни Б, ни С, ни Д, ни Е. Мы будем говорить о других гепатитах, которые имеют место. И которых достаточно много тоже встречаются. И, наверное, были ваши практики, когда у вас есть клиническое проявление характерное для цитолиза печени. АСТ, АЛТ высокие. Вот. Есть определенные другие клинические проявления, повышение щелочной фосфатазы, ГГТ. При этом первая мысль у врача какая? Обследование на вирусные инфекции. Правильно? Смотрим. А, Б, С. Обследование ничего не показывает. Но показатели высокие, и тогда есть смысл думать, что перед вами как раз вы столкнулись с герпес-вирусными гепатитами. Они бывают весьма нередко. Давайте посмотрим статистику. Черный Институт педиатрии, кушетства гинекологии, наш институт Киевский, теология, структура, клиника, параклиническая характеристика вирусных гепатитов у детей раннего возраста. Они сделали обзор с 2005 по 2013 года кафедра и сказали, что есть 133 пациента, которые они взяли в статистику. Результаты. Вирусное поражение печени составляет около 50% случаев, преобладает цитомегаловирусная инфекция 55,8%. 11,5% случаев – это герпес шестого типа. Инфекция Эпштейна-Бара у детей раннего возраста имеет низкий удельный вес – около 3,8%. Вирусные гепатиты В и С представлены 21% и 13,5% соответственно. То есть выводы. Значим является фактор инфицированности родителей, наиболее высокий среди детей с МВ гепатитом. Клиническая картина характерна для клинической картины э э э э э гепатита. Э э э холестатический синдром наиболее выражен у детей с сытыми головирусными гепатитами. Эпштейна-Бара гепатит у раннего возраста имеет благоприятное течение. Следующая работа это кафедра инфекционных заболеваний педиатрического факультета Институт Пирогова Москва. Это Учайкин. Учайкин и соавторы. Если вы помните, мы учили с вами многие. Учебник был Несевича Учайкина детские болезни, вот мы в медицинском институте учились именно по учебнику У Чайкина. Их работа 173 пациента. У 92 из них ЦМВ гепатит. 74 пациента э, вирус Эпштейна Бара гепатит. 7 пациентов гепати, вирус, 6 CM... вирус э, герпес вирус 6 типа. Среди э, 92, 92 детей с CMV гепатитом 57 это было детей врожденный хронический гепатит, у них были поражения желчеводящих путей, отрезия и кисты у этих детей, органические поражения ЦНС. И эти данные, которые вы сможете здесь видеть, еще раз подчеркивают, они совпадают абсолютно с данными ПАГа, который давал киевский ПАГ о том, что врожденный гепатит цитомегаловирусной инфекции очень актуален, он встречается нередко и для него характерны серьезные, серьезные врожденные пороки развития печени в виде атрезии желчных ходов. Наши коллеги с Ахмаде давали на предпоследняя конференция по гепатологии о том, что встречается отрезия пищевода нередко у пациентов именно с цитомегаловирусной врожденной инфекцией. И это опять же заставляет нас думать о том, коллеги, о чем мы говорили раньше, что проблема болезней детей раннего возраста очень часто это проблема хронических заболеваний родителей. И здесь, конечно, оптимальный вариант был бы все-таки еще раз акцентировать внимание нашим пациентам, что нужно идти в беременность изначально хорошо обследуемыми. И не только смотреть на иммуноглобулин М при цитомегаловирусной инфекции, очень интересным будет иммуноглобулин G. И если он будет высокие характерная клиническая картина, то может быть говорить о латентной репликации вируса и необходимости его лечения. Даже в период беременности или в начальных стадиях беременности есть смысл это делать для получения результата и для уменьшения рисков поражения плода. Заключение данной работы. ЦМВ вирус Эпштейна-Бара герпес шестого типа обладает гипотропностью, что подтверждает, что встречается желчеводящий. Мы с вами тоже разбираем и который, который постоянно возвращаемся на наших вебинарах. Еще одна работа, опять же, украинские работы, Зайцев Кириенко, Национальный медицинский университет Богомольца, кафедра терапии инфекционных болезней, а, вирусные гепатиты, вызываемые вирусами семейства герпес вирус, цитомегаловирусная инфекция, их выводы, что среди инфекционных а, а, следует выделить группу герпес вирусов которая, пожалуй, является второй по частоте причиной вирусных поражений печени после классических гепатотропных вирусов. Герпесвирусы взаимодействуют с главным комплексом системы гистосовместимости и мешают распознаванию инфицированных клеток. ЦМВ эпштейна бара можно отнести к частым возбудителям, то остальные вызывают развитие заболеваний гораздо реже. Знаете, коллеги, по поводу герпеса шестого типа мы несколько раз видели в анализах. И я бы... Подумал бы вот о чем, что здесь имеет значение метод диагностики, который будет применяться для идентификации конкретного вируса. Мы с вами говорили уже в прошлый раз, что все здесь гораздо сложнее. Гораздо сложнее в отличие от классических вирусов. Если есть вирус гепатита В или вирус гепатита С, мы с вами делаем ПЦР крови, мы видим с вами репликацию вирусов, доказываем, что репликация вирусов, если есть, это есть гепатит С, допустим, или В, и начинаем лечение. Ну, после дополнительных анализов, конечно, здесь все гораздо тяжелее с санвеб-штан-баром. Потому что при хронических вирусных гепатитах СМВ Эпштейна Бара вряд ли далеко не всегда мы можем увидеть ПЦР положительный. А пункция печени далеко опять же не всегда будет делаться. МК далеко не всегда будет иметь место. Но если мы будем соотносить характерную клиническую картину, как правило, гепатиты здесь не изолированы, а будет клиническая картина, клинический анамнез определенный, вирусный анамнез у данных пациентов. Соотнести с высоким титром моноглобулинов G и если это похоже на герпетический гепатит, мы имеем право брать и начинать лечение. Потому что в том формате лечения, которое мы даем, мы никак не навредим организму, а шансы получить результат у нас всегда будут, и шансы будут неплохие. Потому что если есть гепатит, это будет не алкогольный гепатит, если это будет не токсический гепатит, если это будет, вы исключили гепатиты А, Б, С, то с высокой вероятностью вы имеете дело с герпес-вирусными гепатитами. Еще одна интересная работа – это уже аутоиммунные гепатиты. Мы сегодня тоже будем немножко об этом говорить. Несколько тематических исследований связывают патогенную инфекцию с развитием аутоиммунного гепатита. То есть говорится о том, что есть факторы, которые запускают аутоиммунный процесс, что эти факторы достаточно трудно идентифицировать. Но дальше идет речь вот о чем. Вирусы вызывают сильный, то есть все равно акцент идет, что это быстрее всего вирусы запускают аутоиммунный гепатит, потому что в принципе именно вирусы способны так сильно извращать иммунный ответ. И вирусы вызывают сильный, то есть гиперизбыточный ответ так клеток первого типа, мы сами знаем, TH1 иммунный ответ, который направлен на зараженные вирусом клетки с целью уничтожения патогена. Таким образом, неудивительно, что вирусы такие, как Вирус цитомигаловирус, вирус гепатита С, вирус гепатита А, вирус Апштейн бара являются патогенами, которые широко обсуждаются для участия в иммунопатогенезе аутоиммунного гепатита. Молекулярная мимикрия между трофическим вирусом печени и аутоантигенами печени является возможной гипотезой, которая объясняла бы нарушение толерантности печени. Мы сегодня тоже приготовили для вас будет некоторая статистика по аутоиммуногепатитам, кое-что есть, и с удовольствием готовы с вами поделиться. Коллеги, посмотрите, данный слайд, который готовила Татьяна Романовна, он показывает слева э, патогены, которые определялись при лечении вируса гепатита С, сопутствующие патогены вирусные. И мы вам представляем за 2018 начало 2019 год 44 пациента, которые проходили у нас лечение по поводу вирусного гепатита С. Но у данных пациентов на этапе до обследования и характерного клинического анамнеза также определялись вирус Эпштейна Бара и цитомегаловирус. Из 44 пациентов чистый чистый пласт вирус гепатита С изолированно это 16 процентов из 44 ну коллеги это почти 30 процентов чуть больше 30 процентов но 25 процентов это больше чем 50 процентов это ассоциация вируса гепатита С с цитами инфекцией инфекции Коллеги, мы об этом уже неоднократно говорили, что цитомегаловирусная инфекция имеет высокую утробность к поражению не только бронхолегочного дерева, но и к поражению печени и слизистых оболочек кишечника. И когда мы сейчас посмотрели воспалительное заболевание кишечника и увидели ряд исследований, которые говорят, да, Тяжелые вирусы, СМВ особенно, имеют здесь место, то здесь мы видим с вами, что вирус гепатита С нередко тоже идет с цитами головирусной инфекции. Причем гораздо чаще, чем с инфекцией Эпштейна-Бара. Это, возможно, каким-то образом подтверждает э, такую статистику, что, как вы знаете, около 20% пациентов, которые переболевают вирусным гепатитом С, у них наступает самовыздоровление. 20%. 80% самовоздоровления не наступает и требуется лечение. Вот очень интересно то, что в, э, в пирамиде иерархии вирусов цитомегаловирусная инфекция обштайна бара всегда будет на вершине пирамиды тяжелых вирусов. Вирус гепатита С сам по себе гораздо мягче, чем цитомегаловирус или обштайна бара. Идея какая? Что, возможно, те пациенты, у которых имеется спровоцированная иммунная система, допустим, уже имелась хроническая цитомегаловирусная инфекция, они после заражения вируса гепатита С быстрее всего самовоздоровления не наступает. Это те пациенты, которые приходится лечить. Зачем мы вам показываем сейчас этот слайд? Только для того, чтобы вы не промахнулись в лечении гепатита С. У вас есть доказанный гепатит С, но обязательно собирайте внимательно анамнез. Обязательно сделайте иммуноглобулины G, общий анализ крови. И если увидите, что иммуноглобулины G к СМВ высокий, у вас есть характерный анамнез, всегда добавляйте терапию с этой мегаловирусной инфекцией, которую вы знаете, которую мы с вами практикуем и исповедуем вместе, к лечению, к стандартной схеме лечения вируса гепатита С. Это гораздо это гораздо повысит шансы на выздоровление. В противном случае вы можете дать терапию вируса гепатита С, которая даст остановку репликации вируса, но есть вероятность, что после некоторого времени, после окончания схемы лечения, опять может появиться репликация вируса гепатита С. У вас сразу будут мысли, что это? Неправильные препараты, ненастоящие препараты, или вы в чем-то не ошиблись, или пациент что-то не так делал. Вот подсказка может быть: мы видели в своей практике несколько пациентов, которые проходили лечение других коллег, где была назначена, правильно назначена стандартная фармакологическая терапия вируса гепатита С, но не был учен, учен. Уч, 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 не учли, не учли, да, фактор второго вируса, который остался невидим, который был более тяжелый по иммунной супрессии, и там репликация снова вируса восстанавливалась, вируса гепатита С. И у нас еще были 6 пациентов с аутоиммунным гепатитом. Эти шесть пациентов, коллеги, посмотрите, четыре из них это был изолированная цитомегаловирусная инфекция, два пациента это была цитомегаловирусная инфекция плюс вирус Эпштейна Эти пациенты у нас тоже проходили лечение. В принципе, схема лечения там была, ту, которую вы знаете, детоксикация, дренажная терапия, неспецифическая иммунная коррекция. Обязательно здесь нужно брать валоцикловир работать с ним. Здесь мы брали обязательно иммуноглобулины, и здесь была, конечно же, микроиммунотерапия. Если аутоиммуногепатит, изначально мы идем, берем за основу гиперреактивность иммунной системы и корректируем ее, а дальше уже переходим и ведем как гиперреактивность. У нас там будет, таймпом, да, по аутемоногепатиту или не будет, будет там один кросслайт, да, мы это покажем обязательно. Но аутоиммуногепатит, что еще знаете, что интересно? Есть аутоиммунные гепатиты вот из этих шести, где еще, по-моему, в одном из них был цитомегаловирусный, был еще вирусный гепатит С. И когда его пролечивали, то в принципе особенно как-то ситуация не менялась, что еще раз доказывало то, что все-таки тяжелые вирусы, они играют первую скрипку при аутоиммунном гепатите. Нужно выявлять именно тяжелые вирусы и проводить их лечение. Как, собственно, и вирус герпеса шестого типа у меня, честно говоря, большие вопросы. Если там глуб, глубже покопать и имеет значение опять же методика диагностики, что бралась за критерии, очень может быть, что это было не что иное, как лепштейна Набара, потому что герпес шестого типа все-таки мягкий вирус для такого серьезного заболевания. И еще одно интересное исследование – это гастроинтестинальная малигнизация и микробиоты. То есть, говорится о том, что если есть развитие онкогенеза кишечника, то какие факторы этиологические будут важны? Здесь идет речь о вирусе Джона Каннингейма. Не буду говорить об этом вирусе, я не владею большой информацией о нем. Вирус папилломы человека тоже упоминается, что он тоже может быть потенциально онкогенным на слизистой оболочке кишечника. И речь идет о том, что инвитро у пациентов исследования коррелирует наличие цитомегаловирусной инфекции, связанной с прогрессированием рака кишечника. В одном исследовании цитомегаловирусная инфекция была обнаружена в 42% раковых тканей по сравнению с 5 и 6 процентами тканей у пациентов, которые не имеют ракового заболевания. Кроме того, у пациентов с карцизмом кишечника те же заболевания коррелировалась с инфекцией ВПЧ. ДНК ВПЧ чаще выявляется на ранней стадии, чем на поздней стадии рака. Что еще раз, наверное, говорит о том, что герпес тяжелые герпес-вирусы являются онкогенными вирусами, которые в определенных стадиях могут запускать онкопроцессы. Итак, выводы по теме ВЗК и гепатиты. Герпесвирусная инфекция является реальным этиологическим фактором в развитии трудных с точки зрения лечения и прогноза заболеваний ЖКТ, язвенного колита, болезни крона, гепатитов, в том числе и от иммуногепатитов. Герпесвирусные инфекции значимо нарушают иммунный баланс в сторону гипореактивности или гипереактивности иммунной системы. Они воздействуют на иммунную систему. Наиболее частыми герпесвирусами является CMV epstein в этих патологиях. Комбинация данных вирусов может быть фактором развития аутоиммунного воспаления органов ЖКТ, в частности толстого кишечника и печени, а также высоких рисков малигнизации. Поэтому, видите, мы опять сегодня говорим о том, что наша логика должна быть следующая. Есть тяжелое заболевание, наша задача это заболевание рассмотреть со всех сторон. Делать необходимые анализы, очень подробно копать анамнез, как можно больше получить информацию, чтобы понимать, что мы имеем. Или бактериальное воспаление, как в случае с, допустим, ассоциирована с кластридиями и другими возбудителями бактериальными при язвенном колите или все-таки здесь имеется вирусно-бактериальная инфекция, тогда нам нужно будет работать с вирусами. Пока мы не будем с ними работать, мы не, мы не будем получать эффекта в лечении. И еще сейчас карантин, слава богу, что в нашей стране более-менее все хорошо. Темпы прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией не такие и большие. Ситуация под контролем, и это радует. Вот. Ну, другая сторона карантина – это карантин плюс холодильник, плюс еда, плюс гиподинамия. И что равно запор. Еще одна проблема весны. Грустная проблема 2020 года. И вопрос, что делать? Я бы, наверное, специально на вебинаре сегодняшнем эту тему не поднимал запора, если бы не звонок Таченко Татьяны, которая Татьяна сегодня сказала. Обязательно расскажи о запорах. Я спрашиваю, почему? Она говорит, сейчас у меня каждый день есть консультации пациентов, у которых развиваются запоры на фоне сидения в карантине и, в принципе, питания дома, гиподинамии, эта тема актуальна. Поэтому, в принципе, тем более у Гуны есть интересные инструменты. И мы с удовольствием поделимся, как сделать так, чтобы кишечник работал без сбоев и запора не было. Безопасное векторное лечение запоров. Препарат у Гуны Гуна Боуэлл. Препарат классный. Препарат реально хороший в лечении, если использовать его правильно. Чем он мне нравится? Потому что тот препарат, когда вы на первой упаковке уже будете понимать. Если этот препарат работает, вы уже будете видеть лечебные эффекты. Если там какая-то другая причина, допустим, мегаколон, то в принципе эта терапия может, препарат может быть не сработать. Но у большинства пациентов с функциональными запорами Препарат Гунабол работает хорошо. Наша работа совместная с Вининским государственным медицинским университетом, кафедра семейной медицины, с Пифторак мы делали работу вместе, которая показала то, что у пациентов, у взрослых пациентов с функциональными запорами применение препарата Гунабол дает результат в лечении как отличный или хороший в 70% случаев. Я думаю, что карантин не станет исключением, эти проценты будут не меньше, чем 70%. Поэтому давайте поговорим об этом препарате. Что в нем интересно? В препарате гуна Боул интересно то, что это сама по себе инновация. Мы с вами знаем статистику, что люди, у которых есть хронические запоры, они вынуждены принимать слабительные в течение длительного времени, очень длительного времени. Многие компоненты традиционных слабительных препаратов являются достаточно токсическими и повреждают нервное окончание толстого кишечника, то, о чем вы знаете, что еще больше может усугублять потенциально со временем развитие запора еще большего. Как правило, все слабительные, которые принимаются ну, кроме, может быть, лактулозы, это те слабительные, которые имеют ограниченное время применения, их нельзя бесконечно долго применять. Так вот, гунабовол чем будет интересен, потому что он как раз будет хорош для коррекции симптоматических запоров, которые вот вдруг возникли на определенный промежуток времени. И для коррекции хронических запоров, тем более препарат настолько многовекторный, что он в состоянии во многих случаях. Позволить уйти от слабительных препаратов и добиться стойкого результата в лечении и регулярного поражения кишечника. Препарат имеет 4 терапевтических ядра. Препарат ГУНАБОЛ. Первый это гомеопатический антиконстипационный вектор. Это 7 компонентов классических, которые имеют четкую тропность к решению проблемы запоров эти компоненты, которые актуальны при различных видах запоров. Причем при для тонических или спастических запоров они будут работать. Одни при одних вариантах, а другой при, другой, при других вариантах. Второй ветер это гепатобилиарное нарушение. Здесь в составе имеются компоненты, которые проводят детоксикацию печени, обеспечение оптимизации оттока желчи, фактор который, как вы знаете, немало важен при развитии запорах. Третий, фа, третий ветер э, лечебного у препарата, ветер коррекции метаболических нарушений, несколько компонентов. Четвертый ветер антидегенеративный, Колансуис, рактансуис в составе есть. Итого, данный препарат позволяет нам устранять запоры, даже хронические запоры, если там только не будет мегаколон, вот мегаколон, там где не очень получается. А так препарат весьма хорош, смотрите, уникальность, да, для взрослых детей, безопасность абсолютно, препарат не имеет побочных эффектов. И широта терапевтических эффектов, не просто какая-то одна субстанция, которая в составе препарата будет работать, а большой комплексный четырехъядерный препарат, который в состоянии корректировать запоры, я знаю, что и детская гастроэнтерология, центр детский гастроэнтерологический Киева, Зайцева, Надежда Евгеньевна хорошо отзывалась по эффективности этого препарата и другие коллеги. Реально хороший, крутой препарат для коррекции запоров, не только на карантине, но и в других ситуациях. Кстати, вы знаете, где еще хорош, коллеги? он у беременных будет хорош, потому что запоры, которые функциональны на фоне беременности возникают, они неплохо идут на гунобол. Причем гунобол абсолютно не токсичный препарат для беременных. Можете смело рекомендовать. Но для любой возрастной группы. Это дети, взрослые, люди пожилого возраста, гунабол абсолютно хорош будет. Если мы правильно все делаем, статистика показывает, что в 2 месяца, если увидели эффект данного препарата гунабовал в лечении на первой упаковке, применяя его по 20 капель три раза в день, Дальше вы можете снизить дозу до 20 капель, до 20 капель два раза в день. И, как правило, если вы увидели, что есть оптимизация перистальтики кишечника, опорожнение кишечника, курс терапии в течение двух-трех месяцев позволяет потом этот курс закончить, и оптимизация работы идет, что без слабительных препаратов, даже дальше и без гунабовол, работа кишечника значительно улучшается. не основная тема нашей э, сегодняшнего вебинара, вот, но не могли обойти, потому что здесь тоже хотелось кое-что сказать, потому что есть определенный опыт. Итак, хеликобактер пилори. Все, что вы знаете о хеликобактер и протоколы мастерские э, протоколы лечения мы сейчас не будем обсуждать, вы это знаете и без меня. Э, нас интересуют вот следующие данные с вами. Что такое хеликобактер биллари? Это такой э, фигура, который бывает и там, и там, и желудок, и двенадцатиперстная кишка, как только его нашли. Сразу нужно брать, лечить, лечить большим, большим курсом антибиотиков. Раньше было 7 дней, 10 дней, сейчас 14 дней. мастерские соглашения. Или все-таки здесь не совсем все так? Мы не претендуем на изменения мастерских соглашений. Они есть на сегодня, консилиум он есть. Но нас интересуют несколько другие вещи. Имеется исследование, доказывающее на большом статическом материале, что полная радикация хлебавтора пилори практически в два раза увеличивает вероятность развития рефлюкса эзофагита, пищевода, то есть полная радикация хеликобактер почти в два раза увеличивает вероятность развитие рефлюкса пищевода барета, кардиозафагиальной аденокарциномы, а также то, что наличие хеликобатра пилори в теле желудка снижает риск развития онкологических заболеваний кардиального отдела желудка. То есть это работа есть, которые доказаны на сегодня в медицине. Радикация хеликобатра пилори не приводит к снижению смертности, а по некоторым данным даже связана с ее увеличением. Некоторые исследователи акцентируют внимание на следующем. Многолетнее применение антихеликбактерной терапии не привело к снижению заболеваемости, что стало одной из причин развития дисбактериоза. Рецидивы язвенной болезни обострения хронического гастрита сопровождаются дисбиозом гастрододональной зоны, усиливающим язвообразование, воспалительные процессы в слизистой оболочке. При этом пилори не имеют самостоятельного значения в развитии этих заболеваний. Мы хотели провести, коллеги, для вас а сравнение пилори с герпесвирусами. Несколько все очень похоже здесь. Первое. А, многие люди являются носителями и хеликобактер и герпес вирусов, но лечим только тех, у кого инфекционный агент наносит вред здоровью индивидуума, то есть когда есть клинические проявления. Опять же, здесь не надо лечить всех, как при герпес инфекциях, но есть те, кого лечить точно надо для восстановления качества здоровья. Вопрос патогенности возбудителя во многом зависит от состояния реактивности иммунной системы индивидуума, правильно? Герпес группа мы тоже с вами знаем, мы все переболеваем, но это не для всех вирус является актуальным. Он актуальный будет там, где будут пробои иммунной системы, которые нам необходимо увидеть, идентифицировать и дать путь для восстановления иммунной системы и выработки полноценной защиты против возбудителя. В схеме успешного теотропного лечения важно учитывать другие факторы для успешного лечения. Первое, наличие в организме другого микроокружения, которое способно может помешать эффективному лечению других агентов. То есть при наличии вирусов, бактерий, простейших, гельминтов все лечение стандартный протокол. Эрадикация пилори может быть неэффективна. При вирусных поражениях неоднократно мы уже видели похожих пациентов, которые говорили, да, проходили стандартный протокол лечения хилебактропиллари, эффективность сначала есть, потом все симптомы возвращаются. Хотя вы знаете, у других пациентов есть по-другому. Есть пациенты, которые вам расскажут, да, мы проходили стандартный протокол, и все хорошо, были симптомы, ушли вообще, все хорошо. То есть здесь нужно внимательно относиться, наверное, в каждом случае отдельно. Но всегда есть смысл оценивать, есть ли другие факторы инфекционного отягощения. Вирусы, другие бактерии, простейшие гельминтные, состояние биоциноза кишечника. Обследование ближайшего окружения на инфекцию. Как при герпес-группах, э, нередко это для нас актуально, так, собственно, и здесь, потому что можно пройти курс на элеваторы терапии. Если кто-то в семье будет носителем данного возбудителя, можно еще раз инфицироваться. Оптимизация биоциноза кишечника до и после лечения является реально важным фактором, потому что биоциноз кишечника ⁇ это фактор иммунитета, иммунной защиты. И параллельная с этиотропной терапией детоксикация и иммунная коррекция. То, что мы проводим обычно при герпес-вирусах, и то же самое здесь. Часто иммунодефицитное состояние слизистых оболочек пищеварительного тракта и другие инфекции являются тем фоном и причиной для активации патогенного действия хеликобактера пилори. Коллеги, не то ли вы с вами видели не раз, что, допустим, лор заболевания, хронические лор заболевания, там сеется клипсиела, стриптокок или стафилокок, или что-то еще, даже пусть высокая степень роста, и имеется хронический танзелит с пробками в горле, при этом курс антибиотиков 1, 2, 3, другая коррекция, помыли немножко пробки часто не дает полного результата до тех пор, пока не будет идентифицирован тяжелый вирус, который является иммуносупрессантом для слизистых оболочек. А вот лечение потом вируса и коррекция бактериальных отягощений дает четкий результат в лечении. Ну, примерно то же самое и здесь. Что хеликобактер пилори – это часто агент, условно-патогенный, который активируется при проблемах Иммунитета и прежде всего слизистых оболочек организма. Рекомендации ГУНа при проведении радикационной терапии хилиокобастерапилри. Еще раз. Мы говорим о том, что есть маастрийский консилиум, консенсус, и мы на него не претендуем. Он есть, и вы знаете, что делать без нас. Мы хотели бы поговорить о том, какая может быть оптимизация, потому что эрадикационная терапия – это не просто курс антибиотика, который мы с вами даем для пациента. Это нечто большее, это то, чем мы будем воздействовать на схему, в схеме лечения на состояние пациента, чтобы дать ему результат. Понимая заранее, что нам придется брать сразу несколько антибактериальных препаратов, которые пациент будет покупать. А у нас они покупают, в Японии бесплатно дается антихилеваторная терапия пациентам всем выдается бесплатно. У нас сюда будут покупать пациент за свои деньги, плюс к этому там будут и пробиотики и все остальное. То есть вам придется и пациенту с вами тоже весьма хорошо потрудиться. И есть риски осложнений? Конечно есть, потому что симптомы, которые появляются при дисбактериозе и так далее, и так далее. Но вам нужен результат. И мы сейчас хотели бы поговорить о том, какая может быть оптимизация для получения нужного вам результата, кроме стандартной терапии радикации. Первое. Это детоксикация желудка, кишечника и печени при проведении радикационной терапии. Мы рекомендуем включить сюда гунолимфа, гуно Стомак, специально для желудка препарат, и эубиофлор-2, большой препарат для детоксикации печени, гепатобилиарной системы и поджелудочной железы второе. Профилактика дисбактериоза кишечника при проведении РА. Да, это будет пробиотики, это будут пробиотики, которые вы выберете. Вот. Мы рекомендуем добавлять сюда препарат Эубиофлор 1. Эубиофлор 1. Он является хорошим оптимизатором для приживаемости пробиотиков в кишечнике. Более того, у нас когда-то была одна работа, одна из первых клинических исследований, мы проводили с институтом нефрологии И, и там мы показывали лечение хронического пиелонефрита и была особенность какая? Пациенты, которые получали антибактериальную терапию вместе с препаратом Эубиофлор 1, у них не развивался дисбактериоз на фоне применения антибиотиков. Поэтому Эубиофлор 1 и пробиотики будут логичны для того, чтобы прикрыть слизистые оболочки кишечника. Плюс к этому вы можете взять сюда еще колостранони. Препарат, это пищевая добавка, которую уже выпускает компания Гуна. В нем будут находиться иммуноглобулины А, иммуноглобулины малозева, которые хорошо, очень оптимизируют приживаемость пробиотиков и имеют сами прямые эффекты для оптимизации количества иммуноглобулина А на слизистых оболочках кишечника, что будет важно нам и для эрадикации возбудителя, и для восстановления нормального биоценоза. Третье. Активация противоинфекционной иммунной защиты. Если уже хеликобатер активировался, то в схеме радикации я бы назначил упаковку цитомикса по 5 гранул, 2 раза в день, всего лишь одну упаковку. Я не думаю, что здесь больше нужно будет. Но цитомикс будет реально активировать противоинфекционный, противовирусный и антибактериальный иммунитет. А вот после окончания радикации хеликобатер можно попробовать поработать. Мы даем обычно на месяц препарат назодотерапии бактериал э, назод номер один в составе этого препарата будут иметься назоды и хеликобактер э, пилори и компилобактер еюнум и другие возбудители которые актуальны бактериальные возбудители которые актуальны для сливистых оболочек организма человека но это только уже после радикации чтобы еще раз показывать организм и дообучать его, чтобы иммунная система смогла выполнить полный путь выстраивания полноценного ответа. Зачем здесь нужна терапия Гуна? Только для того, чтобы снизить вероятность неуспешной радикации и образования коковых форм возбудителя. Образование коковых форм возбудителя хеликобактер пилори после прохождения неуспешной антибактериальной радикационной терапии значительно э, затрудняет работу дальше врачу э, для второй радикации. Плюс коковая форма хеликобактер пилори имеет более выраженные э, более, более выраженное канцерогенное свойство, как показывают некоторые исследования. Коллеги, слайд похожий, как который мы показывали на прошлом вебинаре. Мы хотели в этот слайд закатать примерно все то, о чем мы говорили, то, что вам может пригодиться в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта гипотабилярной системы мы сделали, хотели сделать сначала общий слайд и вам показываем. Детоксикация, три детоксиканта, лимфа, матрикс, сел, дренажная терапия, гунабово для кишечника при запорах, и биофлор 2, всегда как детоксикация для печени. Симптоматическая терапия, гунодиджест, классный препарат при функциональных нарушениях пищеварения, плюс к этому главный препарат для оптимизации работы при хронических нарушениях поджелудочной железы. Гунорефлюкс, классный препарат при рефлюкс эзофагита, который мы используем вместе с Аубиофлором 2 и Гуностомак в лечении рефлюкс эзофагита. Гуноспазм – это препарат, который применяется при спазма гладких, гладкомышечных, гладких мышц. В принципе, это симптоматический препарат. И к теме хотел бы добавить симптоматической терапии. Есть препарат гуногемороидс. Реально классный препарат. Кто из вас пробовал на ваших пациентах, скажет, что препарат быстро действующий, препарат хороший, многоветорный по своим эффектам для лечения воспаления геморроидальных узлов. Еще есть препарат Анти-2. Это ферменты поджелудочной железы, потенцированные ферменты, которые находятся в составе данного препарата. Далее, при гипореактивности мы используем с вами или цитомикс, или гунавирус. Возможно, интерферон альфа или гамма. И препарат Лаболайф может использоваться 2 leidn при гипореактивности иммунитета. Опять же, не все сразу. Мы будем выбирать вот из этой когорты препаратов, будем выбирать то, что нам нужно будет. При гипереактивности иммунитета, а гиперреактивность, как вы знаете, это аутоиммунные процессы. Будет совершенно другая тактика. Мы не стимулируем иммунную систему, а мы немножко успокаиваем и регулируем. Для этого нам нужно будет или гунафлем, или гунавтл, интеллекин 4, или э, препарат часто мы используем, 2 l и -E и -E препарат, который используется при гиперреактивности иммунитета. Нормализация биоциноза кишечника, пробиотики, биофлор первой, колостранонии, гуновский препарат профлора, бифидолактобактерии в составе. Или биоспорин, неплохой препарат украинский, который может быть аналогом бактериофагов, которых сейчас нету на рынке. В принципе, его работа биоспорина очень похожа на работу бактериофагов, который Являя, который выстраивает антагонизм по отношению к условно-патогенной флоре кишечника. Назодная терапия. Мы сегодня уже говорили про бактериал Назод номер один. Противовирусная терапия из классических Вальтекс. Возможно, кто-то захочет, можно и другие препараты. Активация генеза циклоферон, гропринозин Но ни в коем случае не при аутоиммунных заболеваниях и воспалительных заболеваниях кишечника это делать точно не нужно. Иммуноглобулинотерапия по необходимости мы используем и в стандартных протоколах лечения мы вводим ее обязательно. И изюминка, конечно, это специфическая противовирусная терапия под каждый вирус в отдельности. Это препараты Лаболайф, концепция микроиммунотерапии. Специфическая антибактериальная терапия, антибиотики, лизаты, бактерии там, где она нужна. Специфическая противогрибковая терапия, это препарат Микокс или Аллергоплекс 19, Антигельминтная терапия, вармилфуразолидон, орнидозол, кому что нравится. Вот такая схема лечения, это как раз и есть те препараты, вернее список препаратов, которые мы могли бы использовать. А дальше самое интересное, наша задача, согласно с нашим опытом и знаниями, из всей этой терапии выстраивать конструктор специально под каждого пациента. Что-то мы возьмем, какие-то группы препаратов. Для каждого пациента и с них мы будем выстраивать тот конструктор, который должен помочь нам давать результат в лечении. Специфическая противовирусная терапия и препараты LaboLife. 2 аль для лечения ЦМВ, 2 аль для лечения общайного бара, 2-Аль-Герб лечения герпеса 1, 2, 6, 7 типа. 2 л токса токсоплазмоз, 2-аль-папи, лечение ВПЧ слизистых оболочек, 2 ЛИАИ, иаи гиперреактивность иммунной системы и аутоиммунный процесс, 2 аль гипореактивность иммунной системы, 2 аль терапия в вирусных инфекциях. При гиперреактивности иммунной системы, при аутоиммунных процессах мы всегда начинаем лечение вируса с препаратов 2LXFS. Обычно сюда же и вальтрекс идет, обычно иммуноглобулины, но 2LXFS мы тоже здесь берем. 2L-миссии. Миссии это миссии, э, препарат для лечения э, воспалительных заболеваний кишечника. Прицельный препарат, который регулирует иммунный профиль, характерный для воспалительных заболеваний кишечника. 2LHC, дополнительная терапия, цитомига, э, дополнительная терапия э, вируса гепатита С, В, Д. В составе препарата включены э, определенные олигонуклеотиды, антигенов э, вирусов В, С, Д. В составе этого препарата есть. Но это уже дополнительный препарат к базовой схеме лечения, к стандартной фармакологической схеме лечения B, V гепатитов си гепатитов по коррекции биоциноза кишечника хотела знаете сделать такой акцент вот на чем вы знаете мы когда спрашиваем наших пациентов и э, как они питаются что у них что не кушают на завтрак мы вели себе в правила всегда им говорит следующее что если нам нужно будет э, оптимизировать работу кишечной флоры то для этого мало просто пойти и купить пробиотик. Нужны будут определенные условия, чтобы этот пробиотик дал результат. Поэтому мы им говорим, регуляция питания. Утром оптимальное время для заселения кисломолочными бактериями кишечника. И очень важно, чтобы здесь был не бутоброд с чаем с утра, а чтобы была живая клетчатка. То есть взять яблоко, морковь, на блендере взбили, мы говорим нашим пациентам, добавили немножко оливковое масло, немножко меда, получилась смесь, вы съели, дальше выпили капсулу пробиотика, и тогда этот пробиотик будет нормально усваиваться. В другом случае, если это будет клетчатка не свежая, если там клетчатки вообще не будет, то... Степень усваиваемости и колонизации этих пробиотик, пробиотических штаммов после поступления в кишечник будет достаточно низкая. Вот считаем, нужно с вами этим поделиться тоже, что иногда просто пациентам нужно еще больше говорить. То, что нам с вами понятно, не всегда это понятно для наших клиентов. Нам нравятся пробиотики с сахаромицетами, с сахаромицетами, потому что сахаромицеты выступают антагонистами по отношению с условно-патогенной флоре и способствуют приживаемости бифидолактобактерий. Потому, допустим, препарат такой, как пробис, мы часто используем. Это именно пробиотики и сахаромицеты. Бактериофаги сегодня мы не говорили, а у биофлор первый. Дополнительный препарат для приживаемости флоры в кишечнике, и препарат, который может начаться при антибактериальной терапии для уменьшения степени выраженности дисбактериоза. И колостранония, препарат, который содержит э, иммуноглобулины А, морозиво коров, там другие еще есть компоненты. Вы знаете, препарат, я бы не сказал, что мы колостранонию применяем направо и налево везде. Но при заболеваниях кишечника, серьезных проблемах кишечника, мы этот препарат действительно подключаем. Он поможет нам оптимизировать иммунную защиту слизистых оболочек и достигать нужного эффекта в комплексной терапии. Дальше, коллеги, следующие слайды. Мы сейчас кратко сделаем обзоры некоторых препаратов. Вот первый слайд я просил Яну сделать. Это цитомикс и гуновирус. Помните, у вас было несколько вопросов, чем они отличаются и в чем они разнятся? Вот как раз хочу вам показать, что в составе цитомикса присутствует интерлекин первый, чего нету в гуновирус. Здесь присутствуют, и поэтому гуновирус хороший сбалансированный препарат, если нету аутоиммунных заболеваний, мы можем назначить тот или другой препарат, оба будут хороши. Если же будет аутоиммунное заболевание, мы обычно цитомикс не назначаем на первом этапе, а назначаем гуновирус. Плюс к этому, знаете, коллеги, что какая-то подсказка: если вы будете иметь хорошее воспаление у пациента, допустим, сильный бронхит или сильно, сильно выраженный калит, допустим, слизь, кровь, боли в животе, сильное вздутие живота, мы очень часто на первом этапе, когда работаем с вирусами, и бактериями в аспекте неспецифической противовирусной терапии мы часто не начинаем с цитомикса, мы начинаем именно с гуновируса. Цитомикс у нас присоединяется примерно через 2 месяца от начала лечения. Мы потом меняем вирус на цитомикс, потом опять цитомикс меняем на вирус. В общем, такая взаимодействие у препаратов есть, они немножко разные по составу, вы видите. Ну, в этом и сила, что мы можем предлагать иммунной системе немножко различные лечебные модули в различный временной промежуток. Итак, гунавирус. Мы о нем поговорили. Вот такой препарат. 5 гранул два раза в день. Эубиофлор 1, который мы называем, это и есть просто эубиофлор. У компании Гуна он известен как просто эубиофлор. В составе кандида альбиганс еще имеется. В составе бактериум протеус коли. Вообще хороший, сбалансированный большой препарат, который у нас есть. Всегда Всегда, когда будет идти большая противовирусная терапия, у нас всегда будет назначаться Эубиофлор-2 для детоксикации печени. Как правило, хронической вирусной инфекции всегда есть смысл два детоксикацию печени. Эти маркеры всегда у нас убительно тестируются. Плюс к этому Эубиофлор-2 имеет хороший ветер как для печени, специально для паренхимы печени, так и для желчеводячих путей, так и для поджелудочной железы. Посмотрите, видите, в составе мамордика. Вот. Плюс к этому Нуксомика в сразу трех потенциях. То есть это реально крутой, классный препарат, который будет нам повторять эффекты ну, сразу трех препаратов похожих. Гуна-Диджест. Вот. Препарат этот люблю, часто назначаю пациентам. Он реально крутой, он даже больше, чем просто препарат для лечение хронических нарушений поджелудочной железы, хотя здесь вы видите сразу три фермента поджелудочной железы будут присутствовать в составе в низких концентрациях, но здесь хорошие гомокорды и нуксомики и колоцинтиса и другие компоненты, при этом коллеги, здесь в составе есть серотонин и здесь в составе имеется дианцефалон то есть э, психосоматические нарушения пищеварения у пациентов в том числе и на фоне депрессии, в том числе на фоне стресса, психосоматические нарушения пищеварения. Будут неплохо поддаваться коррекции именно этим препаратам. Гонорефлюкс. классный препарат. Гуна его создала, тем более, видите, сейчас этих пациентов реально много. У вас больше, наверное, чем у нас, кто занимается из вас гастроэнтерологией. Но рефлюксная болезнь на сегодня реально актуальная. И дать инструмент, дать ту терапию, которая сможет уменьшить рефлюкс, улучшить качество жизни, вот как раз из этой терапии и препарат Гуна-рефлюкс. В составе мы с вами увидим хорошие компоненты. Здесь и колоцентис будет большая, большой потенцией в гомокорде, ликоподиум и нуксомика. Но знаете, что интересно? Здесь присутствует еще в составе и... Ипикуана. Ипикуана это яд, это яды. Как вы знаете, в, древне, в средние века он применялся для отравления. Рвота с желчью, с кровью, приступы рвоты, сильная боли в желудке. И пикуана способствует уменьшению, снижению перистальтики, избыточной перистальтики желудка, как и апоморфин. То есть апоморфин это опиат, который позволит нам уменьшать, четко уменьшать избыточную перистальтику желудка, уменьшать проявление рефлюкса. В составе препарата есть. Мы, как правило, гунорефлюкс не применяем в монотерапии. Как правило, гунорефлюкс у нас идет вместе с препаратом гуностомок, главный препарат для желудка, и препарат Эубиофлор-2. Вот как раз рефлюкс, томок, биофлор-2 и дигест еще часто добавляем. Вот такая комбинация дает часто очень неплохой эффект в контроле над рефлюксным эзофагитом. И реально пациенты уже на первом месте лечения, как правило, видят эти результаты. Гунастомак большой препарат для слизистой желудка, это будет гиперацидное состояние, это будет язва эрозии желудка, ясные различные поражения. Этот препарат весьма хорош на этапах хронического лечения, он весьма хорош, мы его добавляем с удовольствием. Сюда же выходит еще, видите, эпидермальный фактор роста в состав, эпидермал гросс фактор. Это главный фактор заживления слизистых оболочек, он тоже присутствует в составе препарата гоностомок. Гуноспазм, мы говорили, это спазмы гладкомышечных структур. Препарат весьма хорош, который можно как симптоматическая терапия применять ровно там, где он нужен. Гемороид. Классный препарат. Вот антиинтерлекин первый, который присутствует в составе препарата. Вот, э, дает весьма хорошие результаты в составе других комп с другими компонентами. Реально крутой препарат, эффект которого виден буквально в течение нескольких дней после начала приема. Многие пациенты говорят, что препарат быстрого действия при воспалении геморроидальных узлов. И препарат многоветерный, который очень хорошо корректирует различные нарушения, которые актуальны для лечения геморроидальных, воспаления геморроидальных вен. Анти-2. Препарат, который применяют при дефиците ферментов поджелудочной железы чтобы не применять в больших дозах препараты панкреатических ферментов вот есть такой препарат Анти-2 его можем применять, это небольшие дозы и они немножко стимулируют синтез собственных ферментов вот Гуна Диджест Анти-2 очень хорош при недостаточности ферментов панкреас вы можете эту схему применять чтобы уходить от стандартных химических ферментов Гунофлем – это воспаление при гиперреактивности мы используем. Очень классный препарат, коллеги, кто еще не пробовал. Мы его активно применяем. Все аутоиммунные заболевания. Здесь составит три цитокина, которые именно актуальны для любого аутоиммунного процесса. Это антиинтерлекин 1, это интерлекин 10, интерлекин 4. Как вы знаете, это классика иммунологии. Плюс бета-эндорфин. Вот. Данный препарат будет весьма хорош, и мы его применяем в лечении. Поэтому аутоиммунные гепатиты, воспалительные заболевания слизистой оболочки кишечника, язвенный кадлит, крона – это как раз тот препарат, который нам нужен для контроля избыточного синтеза цитокинов воспаления. Микокс – противовирусная терапия, противогрибковая терапия. Многие препараты это знают. В составе есть назоды дрожжевых плесневых грибов. Аллергоплекс 19 Микакс Микокс может быть хорош для лечения и дрожжевых грибов, и плесневых грибов. Нередко мы меняем этот препарат, то есть месяц даем микокс, месяц даем аллергоплекс 19. Это прициальный препарат для лечения и плесени, и грибов. Он немножко другой по составу и тоже весьма хорошо эти препараты работают. Мы с плесенью, в принципе. Показывает практика, справляемся и с дрожжевыми грибами и плесенью справляемся без помощи тяжелых противогрибковых препаратов в большинстве случаев. Бактериальный комплекс номер один, который мы применяем в долечивании уже после базового проведенного лечения в составе Будут гомокорды. Бактериум пиокенес – это снегнойная палочка стрептококус пиогенез, стафилококус аураус, стафилострептококковый токсин, хеликобактер пилори, компилобактер еюник, липсиела, лямблия, кластридиум, энтеробактер. Вот такой хороший комплекс, но он будет хорош для, для долечивания. На начальных стадиях лечения не вижу смысла его применять, потому что вы не получите. Сначала оптимизируйте иммунную систему, уберите тяжелые вирусы, а потом долечиваете условно патоген или патогенные бактерии с применением назодов. Но иногда назодов бывает мало, иногда приходится и антибактериальную терапию применять при воспалительных заболеваниях кишечника, один из случаев сейчас посмотрим с вами. И вирусный назодный комплекс, то же самое, это для долечивания, в протоколах долечивания хронических вирусных инфекций в составе три потенции будут идти Эпштейнвар, СМВ, Герпесимплекс, Зостер, Коксаки и вирус паротита. Препарат 2 или лечение цитомегаловирусной инфекции. Много подробной информации у нас на сайте. Гуна и заходите и смотрите, чтобы сейчас сократить время. Лечение Пштейнабара. Препарат 2 или Лечение воспалительного заболевания кишечника. Видите, какие высокие потенции интерлекина 1, чтобы снизить избыточную продукцию в организме этого интерлекина. Вот. И другое дело, симулирующая потенция четвертого интерлекина идет, для того, чтобы опять же снизать еще больше снижение, способствовать снижению интерлекина первого. То есть хороший препарат, который в составе имеет еще определенные комплексы системы гистосовместимости, который реально нужен, единственное, что коллеги, не выносите этот препарат на первую линию лечения. Как показывает опыт, что лечение воспалительных заболеваний кишечника, работайте сначала с этиологическим фактором. Если биоценоз нарушен, корректируем биоценоз, там будут обязательно вирусы, корректируем вирусную, вычисляем и проводим противовирусную терапию. Даем лаболайф препараты для коррекции под конкретные вирусы. И только где-то может быть месяца через три, когда вы достигнете более-менее стабилизации и в клинических и лабораторных показателях, мы можем подключать миссии, потому что миссия нам нужен будет в большей степени для, леч для лечения, для долечивания и тонкой регуляции иммунного дисбаланса при предрасположенности к воспалительным заболеваниям кишечника он больше интересен будет именно там. На первое место всегда будет, как в король-королева, это будут вирусные ассоциации, бактериальная, грибковая, паразитарная и так далее. То, чем приходится работать. И IDN – гипореактивность иммунной системы. И мы подошли к клиническому опыту применения препаратов. Мы хотели вам показать несколько сегодня клинических случаев, исходя вот из тех пациентов, из тема нашего семинара, что мы лечили клинические портреты цитомегаловирусной инфекции. Вот Татьяна выделила, чтобы еще раз вам показать, что аутоиммунный вот гепатит, нарушение работы ЖКТ – это очень характерные симптомы ЦМВ, как и бронхолегочные заболевания, как и задние шейные лимфоузлы, как и хронический варингит, как и атиты как и заболевания ЦНС, как и мигрень, как и аутоиммунный тироидит, как и цистит. Все это очень характерные маленькие картинки хронической репликации цитомегаловирусной инфекции. Эпштейна Бара все немножко по-другому. Это вирус тяжелее, с одной стороны, с другой стороны попроще. Это будет или синдром хронической усталости, это будет или танзелит, хронический танзелит, Дальше это будут лимфоузлы, лимфоденопатия. Дальше это будут или, поли, это, это будут или полиатриты, ремотоидные атриты, онкогематология, часто болеющие дети. Но очень часто идут эти э, вирусы вместе, особенно при аутоиммунных заболеваниях и воспалительных заболеваниях кишечника. Мы нередко эти вирусы видим вместе. Э, чем тяжелее будет клиническое проявление у вашего пациента клинический портрет, тем выше вероятно, что это будет спаренная инфекция двух вирусов, и Эпштейна, Бара, и ЦМВ. Вот такая статистика за 2018 и частично 2019 год. 70 пациентов – это аутоиммунное заболевание. И здесь всегда присутствует при аутоиммунных заболеваниях Эпштейна-Бара. Вот Таня, 95% это Апштейна-Бара, да, всегда присутствует здесь. То есть Апштейна-Бара по аутоиммунности все-таки вирус номер один на первом месте. И очень часто он идет с этой мегаловирусной инфекцией. Вот. Здесь СМВ изолировано было только в 5% случаев, правильно? Там. Да, если рассматривать потом, разложить всю эту картинку более подробно, мы же рассматривали здесь все аутоиммунные заболевания, коллеги, то есть здесь были и ревматоидные артриты, здесь был и рассеянный слероз, здесь были воспалительные заболевания кишечника, здесь были и аутоиммунные гепатиты. Вот, наверное, такая палитра была, да, диагноза, да, Таня? И обратите внимание, коллеги, из 70 пациентов, 37 пациентов, а это больше 50%, это ассоциация обштайна бара и цитомегаловирусной инфекции. Ассоциация, которая будет наиболее актуальна как раз для сегодняшней темы. Другая ассоциация, когда мы будем говорить про на следующий раз о лечении в неврологии, там будет герпес присоединяться к этим двум вирусам, присоединяется очень часто герпес но для кишечника в большей степени это Эпштейна Бара и ЦМВ, два базовых вирусных агента. Первый клинический случай. Миша 6 лет 8 месяцев. Мы с Мишей, когда он было почти, почти 7 лет, первичная консультация 27.11.2018 года. Ананес. Когда ребенку было 6 месяцев, родители перенесли цитомегаловирусную инфекцию. У папы была ЦАВ с госпитализацией, там была пневмония, гайморит плюс пневмония. В 8-месячном возрасте у ребенка появились симптомы слабости, неустойчивости в положении сидя и при вставании, резкая потеря веса минус 1,5 килограмма, частые позывы к рвоте, жидкий стул до 10 раз в день зеленого цвета с прожилками зелени крови, крови и зелени. Терапия без результата была. Стандартная терапия, которую предлагали пациенту, она не давала нужного результата. В возрасте 2 года 7 месяцев поставлен диагноз болезнь крона, быстрое выраженное улучшение пошло на гормонотерапии. Стар был от 32 миллиграмм причем получается ребенку было почти 3 года, да, то есть доза гормонов была большая. На момент приема вес 18,6, почти 19 килограмм. При 6 лет 18 килограмм, если мы с вами пересчитаем, 6 лет он должен был весить где-то 22 килограмма. То есть дефицит массы 18,6. Что? Ну, почти 7 лет даже было, да. То есть дефицит составляется весьма приличный. Позывы к дефекации 6-7 раз в день, э, то есть тонезму иду, стул 2-4 раза в день, обильная гнонячковая сыпь на подбородке. На терапии метипред он получает до встречи с нами 1,5 мг метипред. Впервые заметное улучшение до данного уровня снизили дозу гормона после терапии октагамом после консультации профессора Казмирчук Вера Истафьевны, вот именно там иммунотерапия и терапия это дала возможность снизить дозу метепреда, но ребенок все равно, получается, оставался на метепреде. В анамнезе иммунобесплодие у родителей, беременность после 5 лет терапии, у папы слабое горло, у него хронические танзелиты, фарингиты. Это была история папы, и то, что мы видели, вероятно, это и было Повод, э, вернее, это был источник инфицирования, потому что мы потом маму смотрели, с мамой вроде бы все хорошо. У папы реально был это источник хронической инфекции герпес-группы. Что еще, кроме этого? мальчишки был плохой аппетит, кушал он отвратительно. Там вся, вся еда его заключалась в том, что это было рис или гречка и, по-моему, протертое мясо. Да, кроме этого, Там он слушай. вообще ничего больше не кушал, аппетита нету, тенезмы... Вот стул зеленого цвета по жилке крови. Вот такая вот ситуация была на начало нашей работы. Коллеги, обратите внимание, мы делаем в ДНК-лаборатории иммуноглобулин МЦМВ112. Положительный, уже небольшой, но уже положительный. бара 4, ядерный, ядерный капсидный, ядерный 367, капсидный 471. CMV555. По биоценозу кишечника. На момент начала работы бифидобактерии нормально, лактобактерии. Очень выраженный дефицит лактобактерии. Меньше 10 4 э, И клепсиела пневмонии 17 степени, что было понятно, что здесь нужно будет прежде всего устранить патогенную флору из кишечника. Из кишечника. Что мы делали дальше? Дальше лабораторное дообследование, посмотрите, коллеги, лейкоциты 9,4, лимфоцитоз 65% почти, это в 7 лет, то есть, однозначный ответ, правильно, ребята, это вирусы, ищите и лечите вирусы, здесь вирус ассоциированная инфекция идет, и высокий кальпротектин, который показывает 209, то, что здесь идет реально воспаление слизистого кишечника. Наша схема лечения была следующая. Мы ребенку назначаем гунолимфа, эубиофлор-1, эубиофлор-2, гунофлем. То есть мы идем по методике гип гиперреактивности. Антиинтерликин 1, интерликин 4, интерликин 10. На то время еще в отеле у нас не было. Т4 Рек, препарат, который является цитомикс, вы знаете, гуновирус. Т4 Рек будет самый мягкий препарат из этой тройки, который мы тоже назначаем для такой тонкой оптимизации противовирусного ответа, но без избыточной стимуляции. Дальше, коллеги, 2 xfs главный препарат, который назначается при вирусных инфекциях в условиях гиперреактивности иммунитета. 2 инфа мы еще больше гасим воспаление, которое есть в организме. 2 миссии препарат для кишечника. Сейчас, конечно, я бы препарат 2-альмиса сразу бы не назначал. Но на то время мы только начали с этим препаратом работать, и мы его назначаем. Плюс к этому, иммуноглобулины человека, две ампулы выпивать утром натощак. Почему натощак? Почему порос? Нам тяжело было изначально с родителями договориться. Они сказали, что нет, ни в какую мы колоть ничего не будем. Поэтому приходилось выбирать Возможный вариант, иммуноглобулины пошли порос. роз. Бронхомунал 3 курса, пробиосфолиевая кислота дефицита, квадратрим дефицит витамина D назначаем и метипред 1,5 мг оставляем. Но он начал лечиться, Миша, где-то с середины только декабря. И встречаемся мы с ним примерно через месяц, в середине января. Через две недели от начала терапии обострение в виде выраженных боли в животе, увеличение часто, частоты жидкого стула, по схеме терапии с целью деконтаминации кишечника, патогенофоры, это уже здесь, когда мы увидели его, да, когда мы сейчас его увидели на втором приеме, я настаивал о том, чтобы мы проводили деконтаминацию кишечника уже на первом этапе. Родители ни в какую сказали, что антибиотики не давать ребенку не будут порос. На этом фоне, когда мы увидели вот такую ситуацию, уже пришлось всевозможные невозможные меры, которые были. Я говорю, что или мы отказываемся работать, или мы даем деконтаминацию кишечника, потому что здесь мы не сработаем никак, мы не сможем убедить клепсиелу в седьмой степени, чтобы она не размножалась. Здесь нужно поступить по-другому. Мы давали порос гентамицин 5 дней, и после этого как раз курс антибиотика он переносит хорошо. Следующий прием через месяц идет у нас, даже меньше, через 20 дней. Курс антибиотика перенес хорошо. Изменение сразу консистенции стула. Стул оформлен не более 4 раз в день. Прибавка веса на момент приема уже весит 20 кг. Ребенок активен. Иммуноглобулины. Вот теперь убедили их. Иммуноглобулины нужны по 2 ампулы внутримышечно. Пусть одна ампула порос. Выпивать утром на тачах один раз в 2 недели сделать такие три приема. И схему лечения перестраиваем. Посмотрите, Гуналимфа, биофлор 2, гунофлэм, интерлекин 4, Гуналивер Т4, рек. И дальше идем опять же по методике гиперреактивности. 2 xfs 2 eai XFS и AI это классическая схема гиперреактивности иммунитета. Нам нужно работать с вирусами, но нельзя пересимулировать иммунную систему. Вот такая схема работы. Прием через 3 месяца от начала лечения боли в животе нет, слизи в калии нет, стул полуоформленный, вводит в рацион новые продукты. Мама отмечает нормализацию стула после процедуры моноглобулинотерапии. Прием через 4,5 месяца от начала лечения. Состояние удовлетворительное, ОРЗ не было, ЖКТ, стул один-два раза в день, эпизоды слизи, эпизоды только, по эпизодам, иногда слизь в кале, иногда. Дозу снизили метипред до 1 мг, в рационе питания ввели вареную морковь, укроп, макароны, то, чего раньше вот никак нельзя было убедить. Иммуноглобулины все равно мы оставляем здесь, по 4 ампулы внутримышечно, плюс 1 ампула опрос, один раз в 2 недели, два раза еще сделать. Но посмотрите, коллеги, только после четырех с половиной месяцев лечения мы переходим на гипореактивность. Мы даем препараты 2L7V, 2 l и BV, то есть мы убираем 2LXFS. Но при этом все равно оставляем гуна 4 для того, чтобы не было перекоса в сторону опять воспаления в иммунной системе. Метепред, вы спросите, а зачем здесь страдающий метепред? В принципе, я бы уже убрал бы, наверное, его после четвертого месяца лечения, но у мамы, учитывая то, что мы с ребенком начали работать, когда ему было 7 лет, а ребенок э, болеет с полуторагодичного возраста, у него уже просто есть такая психологическая настороженность, что пусть метепред будет, вот, потому что он здесь нужен. Конечно, здесь мультипред 1 мг погоды особенно бы уже не играл, но в принципе он продолжался, мама хотела, в принципе, нам особенно сильно не мешал в дальше лимфа дигест в тель гуна 2 272 либиви колостра но не сюда ввели пробиотики вводим сюда в схему лечения и вот мы идем 6 месяц 8 месяц 2019 -го года 9 -й. 9 -й месяц 19 -го года стол в норме аппетит хороший вес по графику без ОРЗ. гуна лимфа в цитамикс уже присоединяем сюда уже гиперректильность ушла 2 либиви иммуноглобулин еще один раз ввели, профлору мы даем сюда для кишечника, э, бактерии. И последний прием 12 месяца был, 19 -го года. Состояние стабильное, стол норме, аппетит хороший, без ОРЗ. Гуна, ВТЛ все равно мы оставляем. И цитомикс мы дали в сезон профилактики вирусных инфекций. Мы все-таки дали сюда еще цитомикс, потому что ребенок пошел, Мишка пошел первый класс. Нам нужно было его прикрыть, чтобы он там не влетел какие-то инфекции. И это не... Э, сделала бы нам проблему. Причем, видите, что ВТЛ Цитамикс цитомикс сочетаются в этой схеме вместе. В принципе, при этом назначении цитомикса нету обострения, нету рецидива, потому что мы уже перестроили иммунную систему. То есть, что здесь? Здесь классический язвенный колит, который был ассоциирован с вирусами аппенштейна бара и цитомегаловирусом инфекции на фоне дисбактериоза кишечника на фоне патогенных возбудителей, как клипсиела, высокая степень роста, то есть вирусно-бактериальная ассоциация при колитах наиболее часто. И нам нужно было для получения эффекта по большому счету такого вот более-менее нормальный эффект, ну месяцев шесть. И за шесть месяцев мы показали, что мы можем это сделать, причем ребенок уже болел, получается, больше шести лет. Мы за 6 месяцев смогли выстроить более-менее то, что нам нужно было выстроить и получить результат. Сейчас Мишка еще остается у нас под наблюдением, он и будет еще оставаться пока. Но мы показываем, уважаемые коллеги, это ровно тот протокол лечения, который применялся в лечении. Ничего больше здесь не было. Не было больших доз гормонов, не было цитостатиков, ничего больше не было. Это та терапия, которая позволила нам дать результат. Плюс к этому мы начали лечить папу с сентября месяца, хотя он так не сильно активно лечится, мне кажется, потому что источник инфицирования все равно в семье сохраняется, и мы папе объясняли, что нам было бы неплохо сделать так, чтобы вы не были выделителем вирусов, потому что у Миша всегда будет под угрозой в этой ситуации. Ну, по-видимому, пока это то же время и материальный аспект, что решили родители кинуть все силы для того, чтобы вылечить сначала мальчишку, а дальше уже будут подтягивать себя. Это контроль. В ноябре месяце мы делаем контрольный анализ крови. Лейкоциты 10,6, немножко высоковаты, вы скажете. Лимфоциты более-менее ничего, 37. Моноциты 4,5, палочки 2, соя 4. Вполне прилично нормальный анализ крови. Если сравнивать с тем, что мы начинали там, Таня, сколько было? 65, да? 65 был лимфоцитоз и моноцитоз был 15. То сейчас мы видим вот та терапия, которая дает результат. И нас это очень радует. И родители тоже -то. очень-очень радуют, что такие эффекты. Не верили, что такие эффекты можно получить с такой терапией родителям. последний анализ у Мишки мы делали биоциноз кишечника, бифидолактобактерии, сниженное количество, клепсилы здесь нету, то есть здесь оптимизация биоциноза надо выполнять. Дальше нужно здесь расширяться в питании, мы с мамой об этом говорили, мама очень боится расширять ингредиенты в питании. Вот. То есть здесь все равно еще время от времени нужно будет проводить коррекцию биоциноза кишечника, и это сейчас и делается. Второй случай очень интересен, потому что это немножко другая патология, но не менее интересная. Здесь почти как детектив. Итак, Мария, 25 лет, первичный прием. Это середина декабря 2019 года. Мы лечили у Маши семью, лечили родителей, папу лечили, лечили брата родного. И они сказали, что просим принять без очереди дочь, вот Машу 25 лет, потому что и как раз помощь ваша, родители говорят, нужна больше всего, похоже. Они были очень перепуганы, как потом оказалось, Маша тоже была весьма перепугана, была в такой стрессовой ситуации. И стрессовая ситуация выражалась в чем? У нее были все симптомы и лабораторные данные гипертириоза и аутоиммунного тиреоидита с высокими титрами антител к пероксидазе на фоне этого имелись высокие показатели АЛТ АСТ у нее был узловой зоб там был или не был Таня что-то не было вот. В принципе, токсический зоб был, да. И э, консультация эндокринологов в Киеве, в одном эндокринологическом центре известном, ей доктор сказал так: что вам нужно удалять щитовидную железу. Нужно хирургическое лечение. Но сначала вам нужно сделать так, чтобы печень работала нормально. У вас тесты высокие. Как только это сделаете, приходите, мы будем решать вопрос. О оперативном лечении. Понятное дело, что 25-летняя Маша, красиво умная девочка, когда все это услышала, для нее это был шок, для родителей тоже был шок. А когда они обратились к нам, они не очень понимают вообще, по адресу обратились, не по адресу, поможем, не поможем, потому что они уже были напуганы, что ситуация крайне серьезная. Итак, жалобы на перебои в работе сердца, частые эпизоды тахикардии, выраженную утомляемость, эмоциональную лобильность тошноту, дискомфорт в правом подребеле, то есть здесь симптомы есть и гипертериоза, и нарушение гипотабилярной системы, беспокоит с сентября 2019 года. Появились эти симптомы на фоне длительного психоэмоционального стресса, там была проблема личной жизни. Накануне приема были на консультацию эндокринолога диагностический зоб гепатит, лабораторно BSC гепатиты отрицательные, рекомендована консультация инфекциониста. На момент приема на терапии уже был тирозол 10 мг раза в день в течение трех дней. То есть начала принимать тирозол. В анамнезе. Слабое горло в виде постоянного першения, периодов кашля в течение последних двух лет. Улучшение на фоне приема ацикловира было у нее. Хронический цистит. Последнее обострение геморрагический цистит был в мае 2019 года. Напомню, что болеет сентября 2019 мая еще был геморрагический цистит и рецидивирующий генитальный кандидоз ну что коллеги те кто опытные уже наша старая гвардия опытные врачи когда только я это рассказал вы наверное уже поняли суть проблемы Итак, щитовидная железа 1 печень 2 цистит 3 кандидоз рецидивирующий 4 горло 5, карты у вас, все пазлы у вас в голове уже сложились, и вы, наверное, уже быстро построили, поставили диагноз. И, в общем-то, вы не ошиблись, это ассоциация Пштейна Бара и ЦМВ. Мы имеем дело здесь с двойной инфекцией, насколько я помню, сейчас посмотрим точно. И это не что иное, как и есть вирусный гепатит. То есть токсический герпетический гепатит запускается у девушки и два локуса, три локуса поражения в организме.

антитела почти 2000, к извините, почти 2000, АЛТ-268, АСТ-90. Это вот Переделали был... другой переделали лабораторию. Другой лаборатор... Не верили, да, переделали другой лабораторию. Схема С чего мы начинаем? Гуна-лимфа. Детоксикант лимфы. Биофлор-2, детоксикант кишечника. Гуна-кидни, гуна-муд. Необходимо было самоциональную лоббильность и склонность к депрессии устранить. Гуна ВТЛ, который назначается, аутоиммунный процесс на щитовидной железе идет, ВТЛ мы назначаем. Т4 РЭК, 2 ЛИБВ, 2 ЛСМВ, 2 вируса, мы даем препараты под каждый вирус, плюс к этому ВАЛЬТРЕКС обязательно, плюс к этому иммуноглобулина внутримышечно 3 раза с интервалом в 10 дней, ГЕПТРАЛ, БИОСПАРИН, НУТИРАЗОЛ э, был назначен уже коллегой эндокринологом. Прием через два месяца. АЛТ, АСТ, уже АЛТ-131, АСТ-64. Четкая динамика улучшения общего состояния отмечается. Гонолимфа, ВТЛ, МУД, вирус антиэт-стресс. Здесь добавлен третий вирус, выходит у нас 2 l зона 2Л-зона, вирус, который здесь мог иметь отношение к развитию депрессии. Были основания для того, в общем-то мы подключили сюда. Мы лечим как тройную вирусную инфекцию. Вальтрис продолжает идти. Дефицит витамина D, аквадотрим. Гептрал продолжает идти. Фенибут тоже подключили. Здесь на этом этапе еще помощь нужна была некоторая. Тирозол доза уменьшена до 15 мг эндокринологами. И прием, э, третий прием в марте, еще через полтора месяца. Состояние лучше. АЛТ уже 13, АСТ 17. Мы продолжаем лечить тройную вирусную инфекцию. Тирозол снижена доза до 10 мг. Динамика лабораторных данных, которую вы видите, вот она вот здесь четко представлена за 3 месяца лечения. АЛТ 268, дальше 131, 13. АСТ тоже снижение. Снижение Т3, снижение Т4. И, в принципе, здесь все неплохо идет. Нормализуются показатели э -э, щитовидной железы. Сейчас мы продолжаем работать с, э -э, с Машей. В принципе, сейчас все более-менее хорошо. Там уже все хорошо. Ни про какую операцию на щитовидной железе понятно, что речи не идет. Самочувствие нормальное. Девочка бодренькая занимается. Занимается работой, в принципе, все у него хорошо более-менее, но ну, вот, вот такой интересный случай, когда вот нужно было быстро принимать решение, нужно было делать диагностику, и случай, который показывает, что, коллеги, ничего больше. Да, был вальтрекс, да, были иммуноглобулины, да, была терапия гуна. И терапия микромонотерапия и этих инструментов оказалось достаточно, чтобы в данном случае дать основной результат. Понятно, что гиптрал был здесь полезен, но по сути мы понимаем, что здесь дал результат. То есть мы очень быстро смогли локализовать герпесвирусный гепатит, дать четкую динамику по щитовидной железе и это радует. Еще раз по гепатитам. Вот такая статистика. Мы уже смотрели, по-моему, да, Таня? Да, это просто пациентка. Сейчас будет гепатит С плюс вирус. Да, аутоиммунный гепатит. Сейчас мы показываем вам случай. Это просто, это просто гепатит. Это не аутоиммунный гепатит, просто гепатит. Обращается к нам пациентка Наталья, 57 лет, в апреле 2019 года. У нее впервые выявленный вирус на гепатит С, генотип 3А, но фиброз уже четвертой степени. То есть это фиброз, четвертая это цирроз печени. Портальная гипертензия с пленомегалия. В январе 2019 года в течение двух недель эпизода повышения температуры до 39,5 обратилась к терапевту, обследована выявили гепатит С. Жалобы на тошноту по утрам в течение 6 месяцев, дискомфорт в правом подреберье, непереносимость жирной пищи, Вздутие, метеоризм, в анализе 6 лет, частое мочеиспускание с дискомфортом, объективно печёночные пятна на ладонях. ПЦР, количественный на вирус гепатита С 7 на 10 седьмой степени, иммуноглобулины джикситами головеростной инфекции 42,7 лаборатория Синева. Делала наша схема лечения. Мы расцениваем как ассоциированную инфекцию вирус гепатита С и цитомегаловирусной инфекции. Коллеги, наш опыт показывает, что э, вот Таня готовила статистику. Мы с вами увидели: было у нас 44 пациента с вирусным гепатитом С. Знаете, что интересно? Мы ни одного пациента с вирусным гепатитом С, с изолированным чистым вирусным гепатитом С, где есть только один моновирус, мы никогда не видели фиброз 3-4 степени. Это говорит о том, что быстрее всего эта ситуация, которая коллегами часто пропускаются, и здесь имеет место ассоциированные с инфекцией. Чаще всего это ЦМВ или ЦМВ плюс эпштейна -Бара. В данном случае у Натальи это была цитомегаловирусная инфекция. В лечении мы даем лимфоматриксовый биофлор-2. матрикс почему? Фиброз печени. гунавирус 2L7V, 2LHC лечение СМВ, мы даем софазмоверных атосфер в схеме лечения вируса гепатита С, мы даем пробиз и мы сюда даем иммуноглобулину терапию. Через 10 дней 3 введения иммуноглобулинов. Схему лечения мы продолжаем в январе, вернее в мае, она была в апреле у нас, в июле, в сентябре и последний раз мы видели ее в, в декабре 2019 года. Мы лечим цитомегаловирусную инфекцию. Дальше мы увидели, что еще все-таки еще имеется здесь и Эпштейна Бара. Мы проводили лечение с афазбувиром на протяжении и 6 месяцев. Потому что меньше нельзя, обычно четвертая степень фиброза, меньше нельзя лечить. Стофазбулин это сфер 6 месяцев. Иммуноглобулины мы еще раз повторили в июле после первичного введения в начале лечения. И, в принципе, до декабря месяца мы практически закончили работать. И вот такие показатели. С, -за, с апреля по декабрь прошло, получается, 8 месяцев. АЛТ, АСТ нормализовались. Но, кстати, что интересно, для фиброза четвертой степени очень характерно. Невысокие АЛТ, АСТ, что мы с вами видим, они были повышены, но не зашкаливали. Для фиброза печени это очень характерно, для далеко зашедших фиброзов. Плюс к этому мы видим ПЦР, вирус гепатита С изначально определялся первый раз, потом через полтора месяца в два, в два раза меньше он был, и потом он перестал определяться, и сейчас он отрицательный. И самое главное, что мы делаем контрольную ластографию печени через перед Новым годом, и мы видим, что фиброз четвертой степени уже перешел в фиброз второй степени. А, Наталья здесь повезло. Почему? Это свежевыявленный вирусный гепатит С, ассоциированный с Эпштейна и ЦМВ, когда фиброз был весьма свежий. Весьма свежий фиброз можно успешно переводить в фиброз более низкой степени. То есть F4 сделать F2, ну это реально круто. То есть пациента взяли, вытащили сыроза печени, и сейчас есть F2, это весьма-весьма даже неплохо, возможно даже со временем фиброз будет еще меньше. Вот. Что, опять же, доказывает, насколько актуальна будет та концепция лечения медицины низких доз, которую мы с вами исповедуем. Да, если нужно дохлотасфир, софазбувир мы будем давать, и обязательно будем давать, потому что мы сами заточены на результат. Но другая терапия ГУНА ⁇ это возможность и детоксикации, и иммунной коррекции, и увидеть другие факторы, которые бы мешали этой работе. Вот если бы мы лечили здесь изолированный вирусный гепатит С, быстрее всего фиброз остался бы на том же месте и ничего бы особенно не поменялось. Даже может быть мы бы увидели здесь и репликация продолжалась бы вируса гепатита С. То есть очень важно здесь четко вычислять те агенты, которые, которые имеют место дополнительное у пациентов с гепатитами С или В. Очень часто идет иммунная супрессия, и там присоединяются другие вирусы, или эти вирусы присоединяются уже на фоне того, как есть изначальная инфекция, общая набор а дальше уже присоединяются другие вирусы. Контроль. А, лабораторный контроль в динамике вот она сделала показатель, это уже свежий после окончания лечения. АЛТ в норме, вирус патерна вирус гепатита С отрицательный, то есть здесь работа закончена, она остается у нас под наблюдением, ну дай бог все будет хорошо. Примеры лечения рефлюкс эзофагита. Наталья 50 лет. Наталья немножко избыточный вес. Ну, немножко так избыточный вес нормально. Любила покушать. Жалобы на постоянную жогу сжение за грудиной по ходу пищевода. Горечь во рту, боли, дискомфорт в левом подреберье, дискомфорт внизу живота, склонность к запорам, метеоризм. Диагноз после обследования профильным профильном учреждении коллеги поставили хронический гастро в фазе обострения, ассоциированный с келикобактер пилори как раз. Доодена гастральный рефлюкс, хронический холецистит в фазе ремиссии, полипа пузыря, хронический панкреатит в фазе обострения, неалкогольный статогепатоз без нарушения функции гепатоцитов, синдром раздраженного кишечника. Здесь мы Наталье назначаем Гонолимфа, биофлор 2, гонорефлюс, гонодигис, гоностомок, пробис, аквадетрим. То есть кресло биоциноза кишечника, дефицит витамина D. И дальше то, о чем мы с вами говорили. Лимфа, биофлор 2, рефлюкс, дигест, стомок. Чем эта терапия хороша? Мы ей предложили эту терапию на два месяца, чтобы оценить, насколько она будет эффективна. Ничего более похожего мы там просто не находили, да, Тань? Там не было каких-то других агентов значимых, бактериальных или вирусных. Вот. И что в результате мы получаем? Она приходит к нам через полтора месяца, отмечая, заметная положительная динамика, чувства горечи во рту нету, Изжога крайне редко бывает и связано только, где она там начинает неправильно кушать. А очень, вот, очень неправильно. Очень неправильно. С употреблением большого количества хлебобулочных изделий на ночь. Мы снова провели с Натальей беседу профилактическую воспитательную. Вот. Боли дискомфорта в животе нет, стол регулярные. Она остается под нашим наблюдением. Время от времени мы встречаемся. Но сейчас, в общем-то, все более-менее. Да, Таня? Это да, все хорошо да, у ну, нее. Надо периодически она берет, да, ее принимает. Но, видите, все эти симптомы полностью ушли без проведения антихеликобактерной терапии. То есть такой подход может был бы хорош, как терапия степ by степ то есть оценить изначально, что мы можем получить без антихеликобактерной терапии, если мы видим четкую положительную динамику. Конечно, мы с вами не видели, чего здесь. Если были бы контрольные еще ФГДС, можно было бы сделать, оценить, да, было бы еще интереснее. Но здесь на ФГДС она больше не ходила. Если мы с вами увидели, что динамики в лечении нету и симптомы остаются, да, наверное, у нас были бы полные основания подумать про антихеликваторную терапию. Но в этом случае можно было бы не прибегать к этому и видели четкую положительную динамику. Пациент Виктор, 60 лет, это пациент, который бизнесмен, который следит за питанием, а, ведет правильный образ жизни здоровый, если алкоголь только хороший, дорогой в небольшом количестве, но тем не менее. Жалобы на постоянную отрыжку после приема пищи, частую изжогу, эпизоды горечи во рту, сыпь на коже подбородка. Стул примерно два раза в день, не оформлен, иногда светлого цвета, вздутие живота метеорит, симптомы в течение длительного времени. В течение длительного времени. И этому пациенту, как и Наталья, мы предлагали предлагаем терапию для того, чтобы оценить возможности в лечении. Изначально мы там не видели каких-то значимых тяжелых инфекций, которые необходимо было бы корректировать. Хотя потом мы с этой инфекцию все-таки вычислили. Там был момент, который был связан с ЦМВ, но это было уже было после. Но тем не менее, на этой терапии. Гуна Селлу, Биофлор 2, Гунадигис, Гунарефлюкс, Гунастомак и Гуна ИДЖФ, эпителиальный фактор роста. Четкая положительная динамика, чувство горечи во рту нет, эпизоды отрыжки воздухом крайне редко, изжоги нет при контроле режима питания, метеоризм редко, стул регулярный один раз в день оформлен, дискофор в правом подреберье нету, сыпь на коже лица, единичные элементы. Еще раз слайд наш. Это контакты Ткаченко Татьяны. Татьяна лечащий врач, практикующий врач и являющийся продукт менеджером компании Гуна. Вся основная коммуникация врачей по схемам лечения, если нужна помощь, подсказки, особенно для начинающих врачей, пожалуйста, вот контактные телефоны, по которым вы можете созвониться. С Татьяной Романовной и получить консультацию, поведение конкретного пациента для того, чтобы немножко дообучать вас для получения навыка лечения таких пациентов. По вебинару: терапия гуна может быть эффективным инструментом в лечении хронических заболеваний кишечника и печени. Поиск причинно-следственной связи развития заболевания очень важен для получения положительного результата в лечении. Мы это обсуждали на прошлом вебинаре и на этом. Практические знания врача о проведении биологической детоксикации организма, знания протоколов лечения, симптоматической терапии, иммунной коррекции и теологической терапии играют решающую роль в успешном лечении многих хронических заболеваний пищеварительной системы и печени. Данный лечебный подход, основанный на медицине низких доз и многоуровневой коррекции заболевания, позволяет во многих случаях получить лечебные результаты без применения цитостатиков, больших доз гормонов и дорогих препаратов моноклональных антител при многих хронических и аутоиммунных заболеваниях. И это реально круто, это и нас вдохновляет, ваш опыт, который вы рассказываете нам при общении, тоже нас вдохновляет, что мы с вами думаем. И, наверное, в этом и есть, наверное, наш большой плюс. Мы смотрим на доказательную медицину. Мы изучаем данные доказательной медицины. Мы смотрим на иммунологию. Мы смотрим на вирусологию. Мы смотрим на все, что нам может быть нужно для получения результата. Все это анализируем, и потом эти знания пытаемся реализовать в нашей практической работе. И это именно такая концепция. Она и дает тот эффект лечения, который нас интересует. Все-таки доказательная медицина, вернее протокольная медицина, это стандарт, который есть, он хорош. Хорош для того, чтобы его практиковать. Но во многих случаях именно индивидуальный подход к пациенту будет давать максимальный результат, когда или стандартная терапия не работает, или есть сложное заболевание, которое требует более глубокого вдумчивого подхода. Все-таки медицина это не конвейер, и мы с вами это понимаем каждый раз, когда видим и выполняем лечение подобных пациентов. Коллеги, следующий вебинар 30 апреля. Будем говорить о лечении терапии гуна в неврологии. Мы рассмотрим данные заболевания, которые представлены. Будем готовиться. Постараемся дать вам нужную, новую интересную информацию. Вот, в лечении есть о чем рассказать, поэтому с удовольствием будем готовить эту информацию. Желаю вам крепкого здоровья, будьте здоровы вы, ваши родные, близкие. Наш сайт Гуна Инвиа, там представлена еще дополнительная информация по различным клиническим исследованиям, которые проводил, проводилась на канале на канале Гуна в YouTube. Все эти вебинары сохраняются, вы сможете их посмотреть по необходимости или коллегам можете рекомендовать. Ну а сейчас, пожалуйста, ваши вопросы, если они еще есть. Мы с вами прошли ну, почти два часа. Хотел быстрее изложить, то было много информации. Юрий да, да, спасибо. Вопрос доктора, есть ли наблюдение ВИЧ-инфицированных, какой вирус чаще сопровождается? Мы не занимаемся лечением ВИЧ-инфицированных. Могу сказать, что по опыту статистика говорит вообще о том, что... Когда идет ВИЧ-инфицирование, наслаиваются любые вирусы, они цепляются очень быстро. ЦМВ – один из наиболее частых и апштенобара у ВИЧ-инфицированных. Сюда же присоединяется очень часто и вирус герпезостер. Мы увидели поражение у одного пациента. ВИЧ-инфицированный парень молодой, который потерял зрение, у него был апштенобара, ЦМВ и Герпес зостер у него был, да, Таня? Вируса зрение было потеряно. Наша работа, оптимизация иммунной защиты, работа коллег, антиретровирусная терапия, тем не менее, э, иммунную систему мы сбалансировали. Реально это так. И э, противовирусный ответ. Но зрение, к сожалению, у парня не вернулось. Плюс к этому вчера мы говорили с инфекционистом. Э, с Александрой Николаевной я говорил, спрашивал ее по поводу таксоплазмоза. Вот Александра Николаевна сказала то же самое, что Допустим, таксоплазмоз тема не очень актуальная иногда у беременных, но в основном таксоплазмоз актуален для пациентов с иммунной супрессией, особенно для ВИЧ-инфицированных. Вот там эти вещи как раз и имеют место. Следующий вопрос, коллеги, как насчет алюминель? Алюминель, еще один препарат есть, который предназначен для лечения запоров. Вы знаете, попробовали мы алюминель, может быть у вас будет другое мнение. Каждый из вас имеет на это право. Но почему-то нам гунабовол по эффектам понравился несколько больше. Хотя если вы видите, что алюминель интересен вам в лечении, есть такой опыт, пожалуйста, мы не имеем против. Алюминель гуновский препарат или гунабовол весьма хороши. Но гунабовол, как ко мне, более комплексный препарат, и у нас опыта больше по нему, чтобы говорить. Чему для токсикации починки в Биофлор 2, а не Гуналивер? тоже классный вопрос. Коллеги, Гуналивер в большей степени это восстановление печени. Это восстановление печени вот после повреждения. Он Хороший препарат, мы его действительно используем. Но именно на этапах детоксикации и когда нужно вывести избыточные токсины из печени, не восстанавливать печень, а сначала разгрузить печень от избытка токсинов, а уже потом заниматься восстановлением, то Биофлор 2 будет интересен. А уже потом можно назначать Гуноливер. Как принимал комплексы назоды, э, э, я принимал быстрее всего комплексные назоды в дозы, э, дозы. Мы назначаем назодные препараты 20 капель 2 раза в день в течение где-то полутора-двух месяцев. Комплексный бактериал назод номер один или вирал назод или гинекологический назод 20 капель 2 раза в день в течение двух месяцев. Подскажите, есть ли наблюдение по эффективности гунобола при запорах у больных с болезнью Паркинсона? Коллеги, могу сказать, что здесь по-любому все-таки будет индивидуальный опыт, у конкретного пациента будет наиболее ярким подтверждением, работает или не работает. Но уже на первой упаковке вы должны увидеть, если это будет работать, на первой упаковке будет результат. Если говорить о запорах и заболеваниях центральной нервной системы, отмечено нами, отмечено в гастроцентре, детском, городском, то же, что у пациентов, у детей с ДЦП у них очень часто есть проблема запоров, и у них гунабол показывает, как правило, очень хороший результат в лечении. Как у Паркинсона не скажу, возможно, у вас будет опыт, вы сможете поделиться об этом, поделитесь, пожалуйста. И в следующий раз, кстати, мы будем говорить о лечении болезни Паркинсона, когда будем говорить о неврологии. Вальтекс, следующий вопрос. Вальтекс принимал пациент 3 месяца? Нет, коллеги. Вальтекс, как правило, мы даем в начале лечения одна упаковка то есть 500 миллиграмм два раза в день 500 миллиграмм два раза в день в течение 21 дня в упаковке 42 таблетки в течение 42 дней в некоторых случаях в некоторых случаях если видим что вирусный характер крови остается через полтора месяца, когда у нас контрольный прием, если он явно вирусный еще остается, или симптоматика клиническая еще очень яркая, тогда мы продлеваем его еще на месяц. Но, по-моему, больше двух упаковок мы не даем, да, Тань? Это по Маше вопрос. По Маше. Там было два курса. Потому что мы увидели дополнительный вирус. Мы увидели. Два курса по 21 день, правильно мы да, делали? Да. Это было два курса по 21 дню. Но ну, в основном мы даем даже обычно один курс. Но здесь мы увидели третий вирус, поэтому Вайтекс мы еще продлили. Вот эти ваши вопросы. Еще есть вопросы, коллеги? Всем спасибо. Спасибо, что выдержали нас. Мы старались дать вам больше интересной информации сегодня. Вот Почти два часа. Надеюсь, что не напрасно. Надеюсь, что это знание и опыт будет вам ценен. Вы будете принимать свои практики. Еще раз спасибо. До новых встреч. На следующем вебинаре. Пусть у вас все получается. Будьте здоровы. Пусть ваши пациенты выздоравливают. Всего хорошего. До свидания.